Так, здравствуйте. По десятибалльной шкале поставьте, пожалуйста, оценку, насколько хорошо меня видно и слышно. Так, спасибо. Дмитрий, мы подготовили с певцом Алексеем, подготовили песню. И ну, я работал с певцами, конечно. С Алексеем, например, подготовили песню «Иванов фамилия». Она заняла 7-е место в топе, в нью-йоркском топе. Когда спрашивали у Алексея, интервью есть у меня в живом журнале, спрашивали Алексея, как он этого добился, он сказал, что занимался у Шестова несколько часов. Вот. То есть я ему просто взял, поставил одну песню, и она стала у него хитом буквально, понимаете? Вот. Так, с этим все понятно, надеюсь. Благодарю. Видите, кое-кто даже мне ответил. Вы, наверное, думаете, что... Поскольку, да, я понимаю, за последние годы сама сфера, я как журналист-расследователь, очень много лет занимаюсь, ну, кроме того, что консультирую и тому подобное, я очень много лет занимаюсь вопросами, методиками, изучением вообще самой ситуации, отвратительной, в сфере обучения иностранным языкам и родным тоже. То есть, невзирая на все потуги, получается следующее. Под 90% населения планеты в результате вот этих всех школ, 100% образования, да, 10-летнего, 11-летнего, 90% жителей планеты можно назвать малограмотными. Вот. Я думаю, вы об этом еще не слышали. Поэтому, кому понравилось, можете поставить плюсики. Спасибо. То есть вам внушили, мне внушили, но мне внушили ненадолго. Вам, наверное, надолго. Внушили, что когда вы просто умеете разговаривать с ошибками и пишете с ошибками. Здравствуйте, Александр. Когда вы пишете с ошибками, то, в принципе, это проходной вариант, и вы сможете нормально существовать. Все. То есть вам не объяснили, что такое. Я прошу прощения. Одну секундочку. Пыльно чуть-чуть. Прошу прощения. Так. Ой. Окей, спасибо. Так вот, заранее благодарю за будьте здоровы. Буду, можете на это рассчитывать. Так, в общем, большинство людей, к сожалению, малограмотные. Самое интересное другое, что занимаются обучением. Вот вам расследование всей всемирной, по всем странам мира, всей структуры система образования. Так? Как вы понимаете, за эти мои расследования и мои сами расследования, да и меня самого никто не любит, потому что им не нравится эта информация. Информация простая. Преподаватели языков тоже являются малограмотными людьми. Малограмотными людьми, то есть они профнепригодны, большинство из них. И не должны, собственно, этим заниматься. Но, тем не менее, они занимаются и тиражируют неправильный русский, неправильный английский и тому подобное. А вот если сейчас в Казахстане, да, или в Киеве, в Украине, да, на Украине, или там в Белоруссии, да, к примеру, вас обучает языку, родному языку какой-то преподаватель, то вы прекрасно понимаете, что вы филологом
Вы, то есть вам сказали, что если что хорошее владение языком человеку не нужно. Вы не филолог, типа вы не собираетесь быть филологом. Самое смешное, что филологи тоже не очень хорошо владеют языком. Да, ни русским, ни английским. Потому что правила очень запутанные. Правила очень-очень запутанные. Поэтому все, что мы можем сделать, если не изучать, подробнейшим образом не изучать правила, а на это уйдет, может уйти лет 15-20. То есть никакой английский и русский никто, нормальный русский никто не выучит из американцев, ваших друзей. Не надейтесь, ни в какие сроки. И никто не выучит нормальный английский ни в какие сроки. Гарантированно. То есть есть самородки, которые взялись, и у них все получилось. Но это 1 на 100, на 200, на 300, на 500 человек. То есть если вы видите, наблюдаете, видите, что кто-то нормально освоил язык, он это сделал не благодаря, а вопреки всем используемым методам. Вот, конкретика. Конкретика такая. Много лет, уже много лет известно, то есть все упражнения, которые применяются для изучения совершенствования языка, к сожалению, неэффективны. Все. То есть вы можете меня попытаться опровергнуть, прям вот в кавычках, прямо сейчас меня, да, автора бестселлеров, пожалуйста. Вот. То есть перед вами попробуйте назвать хоть одно упражнение, которое действительно эффективно работает. Какое? Вот я подожду, давайте вместе обсудим. Давайте я минутку подожду, а вы мне расскажете об эффективности методов обучения. Нельзя язык выучить по частям. То есть нужно выбивать, как бы, нужно клин клином. Нужно не то, что комплексно, но нужно сразу вбить, в кавычках, внести, занести, внедрить, каким-то образом инкорпорировать и тому подобное. Нужно каким-то образом инкорпорировать в мозг, внести в мозг, ввести в мозг все необходимые для общения слова. Если идея логична, можете поставить плюсики. Спасибо. То есть, ну представьте себе, вот вы пошли на дурацкие курсы английского, да? Да хоть корейского. Вот пошли. Корея, да, сидите там в Сеуле, да? Сегодня вас обучили говорить там чашка, ложка, сяй с ошибками, потому что корейскую фонетику вы сходу не освоите. Вот вы пришли на курсы, у вас есть два варианта. Первый, вы что-то произносите на уровне китайца, мацационный по-флёцки, ацки надо. Вот, это типа вы учитесь, да? И вот вы в день, в час по чайной ложке, годами, ну, месяцами, как хотите, годами сидите, занимаетесь, да? Якобы занимаетесь. То есть сегодня, завтра выучили слово ножницы, потом выучили слово кошка, потом, не знаю, плошка, какую-то дверь, какую-то чепуху. Вы не можете, это не дает вам возможности в течение очень длительного времени, даже находясь в среде, а в среде вы сразу попали. То есть вы без поддержки соотечественников, которые разговаривают на вашем языке, просто не обойдетесь. А это то, что им и надо. То есть никто не заинтересован в том, чтобы, кроме меня. Потому что эта сфера 100% коммерциализировалась. Задача стоит другая. Как можно дольше вас обучать. Я как филолог ученик Розенталя, и поэтому как филолога ученика Розенталя, великого Розенталя, я прошу, если я буду употреблять какие-то разговорные выражения, я буду говорить, что это разговорные выражения, и прошу не судить меня, не судить строго, просто иногда для красного словца, иногда для того, чтобы это прозвучало и дошло, стало более доходчивым, я иногда употребляю разговорные выражения. Вот. То есть основная тенденция в мире, во всех школах мира, это в кавычках русский глагол, странное значение, но неважно, развести ученика на деньги. Раз.
Вторая задача – все коммерциализировано, все, кроме тех курсов, которые ведут работники спецслужб в разных городах. А я с ними работаю. Вот. То есть в разных странах еще есть, так в кавычках, чекисты, которые специально делают вид, что они никакие не преподаватели, так же, как и все остальные. Они делают вид, что не обучают бесплатно. Бесплатно. Они этим занимаются, потому что им нужно, требуются национальные кадры для вербовки. То есть, поскольку никакого обучения, нормального обучения ни в ЦРУ, ни в ФСБ нигде не ведется, так? Нигде не ведется нормальное обучение. Я этим занимаюсь много-много лет. Начал когда-то с анализа Института военных переводчиков СССР. Там ребята говорили, 17 лет учу английский, до сих пор не знаю. Понятно? Чтобы вы знали просто. То есть никакие вот подготовки массовой, разведчиков, там, чекистов, кого угодно, даже речи не идет. Это все вранье. Так вот, но этим, естественно, пользуются, опять же, коммерсанты. Так вот, или чекисты вербуют, вы приходите в какую-то нью-йоркскую организацию, где вас обучают. Вас или бесплатно обучают, сыр в мышеловке бывает. Вас или в мормонскую организацию будут пытаться затянуть, или в саентологическую, ну понятно, какую-то секту, или же, да, или опять же просто в кавычках разводить на деньги, на время и на деньги. Это все, что происходит. Кому понравилось, поставьте плюсики, спасибо. И самое интересное, что вот то, что я сейчас вам сказал, это абсолютно очевидно, это абсолютно как бы должно быть всем понятно, но люди почему-то это игнорируют. Потому что, знаете как, это как, когда идешь в горах, да, ты пытаешься абстрагироваться от опасности того, что вот сейчас тебе на голову, в кавычках, свалится, ну или упадет, как хотите, упадет камень. Вы просто абстрагируетесь от этой опасности. Так вот, эта мысль, что все жулики, что никакого обучения нет, и что вы, то, что вы выучите, это вы выучите не потому, что вам кто-то это понятно объяснил, потому что в языках это невозможно понятно объяснить. Язык нельзя выучить по книжкам. Устную речь нельзя выучить по книжкам. Устную речь, простите, можно только скопировать. То есть можно к ней адаптироваться, ее скопировать. То есть как же быть? Вот вы, когда вы находитесь в среде, уже поздно что-либо предпринимать. То есть вы уже попали. Вы попали под фактический гнет соотечественников, которые беззастенчиво пользуются тем, что вы не владеете языком, а вы продолжаете его пытаться учить в час по чайной ложке. Просто чтобы не умереть с голоду, там, сходить в магазин, бытовой уровень какой-то смешной. Никакие серьезные темы обсуждать вы даже не надеетесь научиться обсуждать, это бессмысленно. То есть вас за интеллигентного человека считать никто не будет. Вы не будете звучать как интеллигентный человек. Ну, никак. Так вот, дальше. Когда вы находитесь за пределами страны, англоязычной страны, или там любой, хоть немецкоязычной. То есть реальная статистика такая. 95% минимум наших соотечественников, которые переехали в Германию, не вышли даже на уровень сельского идиота. В Мадрид, Берлин, в Германию. Если это не немцы Поволжья, если не какие-то там дети революционеров, да, внуки, ну, те, кто ввел в войну когда-то, отечественную войну в Испании против фашизма, вот, как-то участвовал. То есть, если у них нет испанских или немецких корней, они никакой немецкий или испанский так и не выучили. Понимаете, в чем дело? То есть, они находятся на уровне сельского идиота, типа Емели. Да, но при этом как бы не принято жаловаться, они делают вид, что у них все хорошо. То есть, опять себе врут. То есть фактически вся система гнилая, вот эта вот система якобы обучения, якобы кто-то обучает, а кто-то другой. Эти
с радостью воспринимает эти знания, да, и потом их идет и тут же использует. Это просто наглое вранье. Окей. Это просто наглое. Наглее ничего не придумаешь. Смысл. Я только что поступил вопрос от Юрия. Давайте я вам проведу аналогию. Так, вопрос от Юрия поступил очень вовремя. Hold your thought, Юрий. То есть потерпите чуть-чуть, я отвечу. Я просто хочу пару слов сказать по поводу того, что написано на экране. Почему, во-первых, единственный способ? Вот здесь, посчитаем, да? Почему единственный? Это, на этот вопрос я вам тоже отвечу. Если вам будет непонятно, можете его задать еще раз, еще не знаю, какое угодно количество раз, пока не получите ответ на вопрос. Вот. Какое? Если человек плохо владеет разными формами родного языка, как он может, не усовершенствовавшись в родном языке, как он может выучить иностранные? Объясните мне. Формы, виды языка одни и те же. Сам говоришь, качество, понимаешь то, что тебе говорят, это вторая форма владения языком. Дальше, понимаешь на слух, понимаешь письменный текст, правильно? Можешь написать, можешь пересказать, много различных форм, много. Можешь пересказать, можешь что-то из головы написать. Вот если вы это нормально, на хорошем уровне, на родном языке что-либо из этого делать не умеете, то вы это же не сможете освоить и в иностранном языке. Потому что у вас шарики, как любят говорить в России, шарики за ролики, да? То есть у вас не хватает шариков для того, чтобы это делать на родном языке. Как вы это можете делать на иностранном, объясните мне. Там вообще будет какой-то кургузый вариант непонятно чего. Для того, чтобы... Давайте забегая вперед чуть-чуть. Теперь я попробую ответить на... Теперь попробую ответить на вопрос Юрия. Вкратце, совсем вкратце, а потом более подробно. Я, насмотревшись, кстати, хотя это последняя буква в алфавите, вот, значит, на экране находится, две вещи сначала расскажу, на экране находится, ну, такая стилизованная обложка моего бестселлера. Это «Русский язык без ошибок». Он продается в электронном виде. Вы сейчас думаете, что я коммерческое что-то вам предлагаю, да? Нет, я ни копейки не получаю с продажи учебника. Ни цента, ни копейки. Это издательство «Питер». Издательство «Питер». А то, что написано справа, это то, что написано внутри этого учебника. О Михаиле Шестове. Ясно? То есть, чтобы вы просто поняли, я прекрасно понимаю. Если вы впервые не совсем хорошо представляете себе, кто я такой, да, ну, может быть, трудно вам. Поэтому я говорю, что это не я о себе говорю, какой я такой, весь умный, там, известный, там, и так далее, стал в результате изобретения своей методики. Я просто говорю это то, что обо мне говорят другие люди. Кому понятно, поставьте плюсики. Благодарю. Если вам что-то непонятно по поводу моих различных рода занятий, можете задавать любые вопросы. Да, я действительно в книге Гиннесса, там у меня 4 рекорда. Да, я действительно в книге Дива, там написано, что я работаю на всех европейских языках. Да, да, есть книга, называется «Эксперты Америки», это 26 экспертов. Я один из них. Главный эксперт Америки. Ясно? Северной Америки. Да? Ясно? Окей, спасибо. Я под буквой «С». Шестов. Окей. Ну и так далее. То есть я преподаю периодически, времени у меня не так много, я преподаю в организации Learning Annex. Learning Annex. Annex как бы дополнение какое-то. Annex. Вот. Ну, смысл такой. Такое место, где вы можете, куда вы можете прийти учиться. Learning Annex. Вот. Теперь. Learning Annex.
тема моих выступлений «Как научиться учиться». Я учу англоязычных, как учиться, как совершенствовать английский язык. Я учу англоязычных, как учить английскому, как учить любому навыку или учебному предмету и как учиться. То есть это тематика такая широкая. Да? Вот. Дело в том, что все опять же зависит от того, насколько хорошо ты владеешь родным или иностранным языком. Когда я демонстрировал, почему я вообще в Америке или в Дании, потому что я продемонстрировал, как я работаю, свою преподавательскую деятельность, и объяснил совету экспертов. Это не какой-то адвокатский проход, то есть человек, чтобы получить визу гения, да, в Америку, он идет к адвокату и платит 15 тысяч долларов, ну, к примеру, или 40. Я не заплатил ни копейки, я просто продемонстрировал представителям научно-педагогического сообщества Флориды, куча академиков, провел с ними демонстрационный урок, показал, как нужно правильно работать и обучать. После чего председатель совета подписал бумагу, что ничего подобного в Америке нет, и поэтому присутствие Шестого в Америке абсолютно желательно. Кому понравилось, поставьте плюсики. Спасибо. Еще раз. Самореклама – это самореклама. То есть об этом же, о том, что я сейчас вам рассказываю, написано в разных источниках. А это передавало ABC, CNN, BBC, даже японское телевидение, третий канал, к примеру. Ну и так далее. Датское телевидение, естественно, конечно же. Вот, то есть все, с этим вроде разобрались. Поэтому я периодически консультирую тех, кто не в состоянии обучать. Вы думаете, что где-то в ЦРУ, да, или в какой-то корейской спецслужбе есть какие-то специальные отделы быстрого обучения, да, арабскому, русскому? Ничего нет, не надейтесь. Поэтому и существует огромное количество бесплатных школ, которые предназначены для вербовки корейцев, русскоязычных, индусов и тому подобное, да? То есть там жители Непала, разведку, потому что курсов толком нет, их нет нигде. Это я вам говорю как журналист-расследователь, сотрудничавший с газетой «Совершенно секретно». «Совершенно секретно». Я перестал работать с газетой «Совершенно секретно», потому что моего партнера ударили по голове за расследование. Хорошо, что шапка спасла. У метро Орехово-Борисова, похоже, ударили молотком по голове. Но вязаная шапка спасла человека. После этого мы больше, да, 90-е годы, мы больше всеми сферами не занимаемся больше. То есть спасибо. Вот. То есть мы чем занимались? Использование атомного ледокола «Ленин» в личных целях. Две недели гоняли ледокол «Ленин». Представляете, да? Вот. Украли, вторая наша тема, украли сотни, десятки тысяч буквально, украли ценности из исторического музея СССР. Да? Помните такой? То есть в запасниках, к сожалению, почти ничего не осталось, или подделки. Вот такие темы, нехорошие, да, согласитесь. Не зря партнера по голове ударили. Вот, после этого я занимаюсь в основном темой обучения. И здесь приблизительно такая же ситуация, то есть очень злые, плохо относящиеся к правде люди, пытающиеся опровергнуть то, что я говорю. Даже абсолютно без каких-либо... Не приводя никаких нормальных доводов, просто на тему, на уровне «сам дурак» называется. Понимаете? Okay. Так, теперь начну рассказывать, что же реально происходит. Так, что это у меня тут интересного? Окей. Значит, поехали. Юрий задал вопрос. Умница, прекрасный вопрос. Спасибо. Задал вопрос. Каким образом... И что, почему, собственно говоря, вот как выйти из идиотской ситуации, когда преподаватель тебе пытается за $5 в час, за $25 в час просто
проговорить какую-то информацию, которую ты не запоминаешь, так? Или дать тебе вредные упражнения. Какие вредные упражнения? Внимание, если вы это не усвоите сейчас, вы будете продолжать отуплять буквально себя и своих близких. Ну, себя-то, может быть, и ладно уже, да? Но детей-то жалко. Не надо детей делать, выращивать из детей идиотов, понимаете? Понимаете, какой ужас. Так вот, что делает из людей идиотов? Два вида упражнения. Первое называется тест восстановления. И я сейчас по ходу вам расскажу схему быстрого излечения от идиотизма в педагогике. Вот в этой сфере. Значит, первое. Дети. Первый нехороший, как же лучше сформулировать? Первое ужасное упражнение, это называется тест восстановления. Кто слышал о тесте восстановления, кто понимает, что это такое, это вот официальный термин идиотский, я знаю. Тест восстановления. Он и термин даже глупый сам по себе. Okay. Извините, опять же. Я бы постарался воздержаться от этих терминов и слов, но из песни слова не выкинешь, не выбросишь вот этого. Таким образом, тест восстановления – это когда они якобы жуликоватые бизнесмены, а обучением занимаются в основном только бизнесмены, поймите, люди, не владеющие никакими языками, они ничего не понимают, они просто берут, набирают на работу самых дешевых преподавателей. Эффективность работы преподавателя никто не отслеживал, и никакой эффективности вообще речи не идет. То есть эффективность якобы вашего обучения определяется тестами. Ой, я, простите, написал неправильно, извините. Сейчас я перепишу. Тест восстановления, извините. Не текст, а тест. Вот. Просто пальцы написали слово, которое я чаще всего употребляю. Так вот, тест восстановления. Тест восстановления – это тот самый тест, по которому они определяют, сколько вы еще будете учиться и сколько вы будете платить. А то, что вы сдали тест, еще не гарантирует, что вы сможете нормально учиться в учебном заведении, например, в университете. Ничего не гарантирует. То есть тоже жульническое предприятие. Тесты предназначены для того, чтобы сказать вам, что вы еще недостаточно хорошо подготовлены, и вы должны продолжать оставаться на этом же уровне и продолжать платить преподавателю. Так вот. Используется один и тот же прием, очень странный. Дается предложение, в котором пропущены слова. И на выбор, как ЕГЭ, на выбор даются слова, которые вы должны туда вставить. Причем, если вы вставляете слова неправильно, да, вас корректируют, а может быть и не корректируют, на следующем уроке, то есть вы поставили что-либо неправильно, не чувствуете никаких угрызений совести, да? То есть вам все равно. Ну, правильно, неправильно, то есть вы не придаете значения тому, что произошло. Когда вы заполняете пустые места и ставите туда неправильные слова, это очень хорошо фиксируется мозгом. Поняли? Окей, спасибо. Это известно. В 80-х годах это уже было известно, что это упражнение отупляет человека. Просто до такой степени, что человек может вообще деградировать в языковой сфере. То, что и надо коммерсанту. То есть есть научные исследования. Это еще до моей работы совершенно секретно. В Тартусском университете есть исследование, докторская диссертация, математика и специалиста по английскому языку, из которой явно, то есть по выборке сотен и сотен тысяч людей, видно, что до занятий, до того, как начали использовать вот это вот multiple choice, да, то есть как ЕГЭ, выбери ответ из четырех возможных, да, и второй вариант, второй вариант ужасного упражнения, заполни пустые места, приводит
к абсолютно паразитическому, тратящему, бездарно тратящее время ученика, эффекту. Эффект ужасающий. Люди к концу обучения знают меньше, чем знали до начала обучения. То есть эти упражнения обеспечивают вот это вот нежелание мыслить, и сама подсказка «заполните вот это вот этим», вот эта сама простота операции, она абсолютно разрушает познавательную активность. Кому понятно, пожалуйста, поставьте плюсики. Ну, дали вам эту одну грамматическую структуру в неделю. Что вы с ней будете делать? Вы пойдете нормально работать и жить в среде носителей языка или что? В языковой среде. Что вы будете делать? Не, ну реально, вас научили двум словам. Карточка, кошка, ложка, мышка. Дай покушать. Через месяц научили еще 10 словам, еле-еле коряво-косым словам, я не знаю. Потом еще каким-то. Сколько лет это все безобразие занимает? Сколько лет? Да вот 20 лет, 25. И то, если ты будешь пытаться выучить язык, постоянно пытаться, 25 лет, в принципе, достаточно. То есть 25 лет вы будете ходить даже в среде, будете ходить как подмастерье. Вы мастером не будете, вы будете подмастерьем. Я понятно говорю, да? Вот, то есть вас кузнецом не назначат, вы будете помощником кузнеца. А оно вам надо? Ну, представьте себе, безобразие. Так вот, по поводу теста восстановления и выбора из 4 вариантов, да, в 80-х годах уже существовали исследования, говорящие о том, что эти упражнения вредны, и они разрушают познавательную активность. Тем не менее, когда все коммерциализировалось, я говорю про республики бывшего СССР, да и страны Восточного блока, когда государство децентрализовало этот процесс, началось вообще полное, тотальное, повальное жульническое, полное мошенничество, мошенническая деятельность, шарлатанская, какая хотите. То есть людей обманывают на каждом шагу. Они им продают то, что написано в учебнике, и то, что им самим толком непонятно, и то, что самого преподавателя отупляет. Вопрос не в том, что человек только становится тупее, извините меня. Ну, не знаю даже, как точнее выразиться, но чтобы до вас дошло. Преподаватель от выполнения этих тестов становится глупее. Он глупеет, понимаете? Человек глупеет. Как этот Люмин говорил в анекдоте, смотрит на девушку в поезде, персонаж из «Гарри Поттера», и говорит: «У вас, говорит, вы, говорит, наверное, преподаватель». Она говорит: «Да, а как вы узнали?» «А у вас лицо глупое». Девушка: «Да как вы смеете?» Он: «У меня тоже глупое, я тоже педагог». Вот примерно так. Okay. Рэм Люпин, помните, да? Okay. Ну, не помните, неважно. Короче говоря, везде, где применяются вот эти два упражнения, вы имеете дело с абсолютно идиотствующим даже педагогическим составом. То есть эти упражнения не могут выполнять или не могут выполнять сами авторы, сами преподаватели. Даже авторы иногда не помнят, что-то оставить. Представляете себе, да? То есть они это все где-то воровали, я не знаю, плагиатировали. В общем, вот такая ситуация во всех странах мира. Вот. Или же они, там идут варианты, которые как бы взаимозаменяемые. И поэтому никто еще не сдал серьезный тест на 100%, подобный серьезный тест. Это невозможно. То есть, или если вы в Google где-то посмотрели, да, или еще что-то, можно, да, успели. Но из головы сдать тест невозможно. И вот если вы допускаете 2-3 ошибки, на это все и рассчитано, а вы чем больше вы этих тестов проходите, тем хуже вы будете учиться. У вас способности адсорбировать новую информацию сходят на ноль. Понимаете, в чем дело? Ладно, если не понимаете, ну, я сделал все возможное. Здравствуйте, Армен. Барев. Бариги Рико.
Так, значит, дальше. Поехали дальше. Добрый вечер. Теперь, что делать? Юрий задал резонный вопрос. По поводу тестов понятно, да? Неправильное произнесение слов тоже понятно, да? Насяльника, зарплата, монет. А плохое понимание того, что говорит насяльника, потому что этот плохо разговаривает. То есть потом он приходит, а там отремонтировано, Равшан Джамшут, отремонтировано совсем не то, что просили, и не так. То есть все с ног на голову. Почему? Потому что они плохо проговаривают замкнутый круг. А значит, раз плохо проговаривают русские слова, значит, или английские, да? Значит, они плохо понимают, что ты от них хочешь. Но это так работает. Тут по-русски говоришь, и человек не понимает одно слово, он уже вообще полностью находится в состоянии прострации. Он на тебя смотрит, он не понимает одно слово. И он уже вообще ничего не понимает. У него в голове как мультики, мультфильм «Ежик в тумане». У него розовый туман в голове, понимаете? Вот. Он не понимает, что зачем вы вообще тут находитесь и сотрясаете воздух. Потому что вы произносите непонятные для него слова. На русском языке, на украинском, но непонятные слова. Ну вот представьте, кто придумывает сейчас украинские эквиваленты латинских или русских слов, вот в Харькове сидит, да, грубо говоря, или там в Беларуси, придумывает эквиваленты, или в Астане сидит, понимаете? Вот. Ну, в Алматы, к примеру, и придумывает какие-то для технических латинских слов или каких-то старинных, да, чужеродных. Ну, вот как в Ереване употребляет слово мороженое, да, а реальное армянское слово это пах-пахак, армян не даст соврать. Окей, узумем, вот, узумем. Таким образом, существуют какие-то слова, да, и вот эти слова, если вы начнете, вот вы украинец, который начитался новых слов, и вы начинаете разговаривать просто с киевлянином, грубо говоря. Киевлянин ничего в вашей речи понять не сможет, потому что в ней присутствуют какие-то странные слова, которые вроде как бы звучат по-украински, но на самом деле вы не понимаете их смысла, и у вас разваливается вся система восприятия информации. То есть вы не можете даже догадаться, о чем речь шла, а вам-то надо не догадаться, а вам нужно... Вот. А вам нужно... Спасибо, Армен. А вам нужно догадаться, не догадаться, а точно понять, что вам говорят. Но вот вам дали инструкцию, как записать, например, ребенка в школу. Вот, в Америке, да, или в Великобритании. А вы часть слов не понимаете. Что вам остается делать? Только тупо кивать головой. Какие слова человек не понимает? Переходим к конкретике, Юрий. Да, переходим к конкретике. Мерси. Переходим к конкретике. Для того, чтобы обеспечить нормальное понимание и не издевательское, мазохистское, реально преподаватель-садист, ученик-мазохист, нужно обеспечить не постепенную попытку, идиотскую попытку выучить по два слова в день, а вы не сможете выучить больше одного в день, даже не старайтесь. Почему? Не получится. Все остальное – это ваши домыслы и мечты. Мечты – вранье методистов. Методистов – это вранье. 100 слов в день, 500, да, 200. Коряво, даже хорошо произнесенное слово, но если вы будете пытаться учить слова без базы, а какая база требуется, сейчас вам скажу. Если вы будете пытаться выучить слова без базы, да, то вы их не выучите. То есть без базы можно освоить лишь одно новое слово в день. Что на родном языке, что на иностранном. Кому понятно, о чем я говорю, как и почему это работает, это я могу часами рассказывать. Я думаю, что лучше вам, да, почему одно слово. Мозг так работает. Он не словами воспринимает. Одно слово выучить на родном языке практически невозможно. В русском языке существует огромное количество слов, которые вы никогда не слышали и никогда не видели. Если вы наберете какое-нибудь слово,
и потом слово синонимы, да, выпадет огромное количество слов, ну, достаточное, которые вы никогда не видели, не слышали и даже смысла их не понимаете. И вы бы смысл их не поняли, если бы не было написано, что эти слова синонимичны тому, которое является корневым, которое вы поставили. Когда я начал искать синонимы к слову «центр», я нашел 70 синонимов, невероятных слов, которые я вообще никогда не видел в русском языке. Представляете, да? Ну, как назвать «центр Шестова»? Понимаете, «Академия Шестова», «центр Шестова». Вот. Я не смог ничего подобрать, кроме слова «центр» из тех синонимов, потому что их никто не знает. Или они производят не то впечатление. То есть человек не понимает, что это такое. В русском языке русский человек не понимает русских слов. Так, с этим все понятно. Так вот, что же нужно делать? Очень просто. Нужно методично, внимание, кто это пропустит, я, кстати, если у меня есть под рукой, я сейчас посмотрю, есть ли у меня, нет. Сейчас я попрошу тогда, знаете, одну секундочку, попробую попросить. А где же это, секундочку? А, вот. Я сейчас попрошу администратора. Угу. Администратор, ну, здесь прямо находится. Так, секундочку. Вот здесь, да. А, я хотел попросить администратора открыть страничку на... Сейчас. На Facebook. И в списке последних сообщений найти мой урок, который называется «Идеальный урок английского языка». Или там «Образец правильного урока английского языка». Я хотел вам его дать, ну, чтобы, опять же, время не терять. Время не терять и все это не демонстрировать. То есть в правой колонке, когда зайдете, да, зайдете на Facebook, да, в правой колоночке посмотрите где-то в течение двух недель, где-то двух с половиной недель, было опубликовано видео, которое называется «Идеальный урок английского» Михаила Шестова. Чтобы вы знали, как оно должно быть, а не так, как оно ведется. Потому что, еще раз повторяю, вы не учитесь, и вас не учат. Они делают вид, что учат, а вы делаете вид, что вы учитесь. Обучения нет. Обучения нет. Есть официальная статистика, которая мне была известна в 90-х годах. Сейчас они начинают говорить. 60-70% преподавателей Российской Федерации. Да, все, в других республиках то же самое, не надейтесь. Да, 60% преподавателей средних школ не умеют обучать. Вот не умеют вообще обучать. Они все преподаватели, но их не научили обучать. Это автоматически признается правительством страны. Понимаете, какая беда? То есть и мои расследования не нужны. Да, мои расследования не нужны. Вот вообще никак. Понимаете? Потому что уже все, они сами это все определили, но у них это заняло почему-то почти 30 лет. Подтвердить то, что Шестов говорил в 95-м году, к примеру. Понимаете? Они такие, ага, о, наконец-то мы сообразили, 20 лет думали, оказалось, что преподаватели жулики как бы. Ну, не жулики, но профнепригодные. Ну, как можно говорить, я преподаватель, тебе приходит мать, ты говоришь, да, я преподаватель, сейчас буду обучать вашего ребенка. А ребенок выходит, не умеющий нормально считать, не умеющий пересказывать, не умеющий ничего нормально считать. Ничего. То есть половина, двоечники, реально дети, вы понимаете, что происходит? Их просто тянут из класса в класс. Это реальная ситуация. Изображать там... Сходи в школу, отнеси цветы учительнице. Да, вот вам коробка конфет. Пожалуйста, позанимайтесь с ним географией, биологией, я не знаю. Понимаете, это же все ерунда. Короче говоря, никакие преподаватели обучать не умеют, потому что эти же преподаватели. А дальше что они делают? Они, не умеющие обучать, они становятся репетиторами. То есть в школе они вообще перестают работать и просто переходят на ту же самую жульническую деятельность, но только уже за дополнительные деньги. Называется подработка. И это происходит по всему миру. То есть всем прекрасно известно, только вам, наверное, неизвестно. Сейчас и вам будет известно. Я вот нахожусь в Америке, там, не знаю, я езжу по миру, везде бывал, везде работал, на BBC даже работал, вот, в Лондоне. А, работал на радиостанции «Свобода» в Мюнхене с самыми известными товарищами. Вот. Дальше.
Например, с Константином Надирашвили. Это весьма забавный грузин. Поехали дальше. Да, то есть, что происходит? В школах никакого обучения нет. В школах Америки и Англии, вот в типичной обычной школе, обучения нет. Обучают репетиторы. То есть, если ты просто отдаешь ребенка в школу, то к 9 классу он у тебя читать не будет на английском языке. Вы с этим просто не сталкивались. А это моя работа. А моя работа. Вот вам конкретная информация. В 9 классе великого города мира, Вельштадт, как сказали бы немцы, Нью-Йорка, в 9 классе 95%, почти все, да плюньте на проценты, почти все дети еле-еле читают на уровне, установленном для 4 класса начальной школы. Кому понравилось, поставьте плюсики. Спасибо. Благодарю. Хоть какую-то давайте обратную реакцию. Сейчас расскажу вам, что делать. Как перекрыть эту странность. Вот эту странность, да? То есть сегодня выучили одно слово, завтра его забыли. Выучили другое. Выучили типа третье, коряво-косо. У него 500 значений. Опять забыли. Нос вытащишь, хвост завязнет. Прошли тест. Ага, надо продолжать платить преподавателю. Ну, то есть, это очень хитрая система просто вышибания денег. И все. Так вот, что же нужно делать? Как можно с этим... А, найдете? Хорошо. Как же нужно и можно с этим бороться? С этим бороться можно клин-клином. Очень просто. Переговорить все слова, которые ты выучил неправильно и которые ты выучил по одному. То есть они у тебя находятся в разных местах мозга. Ты их не можешь, то одно не можешь извлечь, то другое не можешь извлечь. Причем ты толком не знаешь, как они произносятся, и ты не понимаешь, когда эти же слова проговаривают тебе. Ну, например, слово, смотрите. Вот слово «фюзеляж», да? Читается «фюсилаж», «фюсилаж». Покажу крупным планом. «Фюсилаж», «фюсилаж». Можно с «зэшкой» произнести «фюзилаж». Ну, «фюзеляж» самолета, понятно, да? Если вы его произносите по-другому, то когда вам кто-то это слово произносит, у вас начинается ступор на какое-то время. Но неправильно. Ну, то есть, когда Равшан и Джамшут, Равшан, например, говорит в нашей Раше, говорит, наша Раша, говорит, «Насяйники у Сингисхане билят хэйайсэ». Вы это как бы вроде как бы услышали, но как бы и не усвоили. То есть, вы стоите и думаете, почему он так говорит, какие-то странные формы слов. Вы думаете не о смысле слова, а о том, почему он такие странные слова произносит. Это как Карачаевец поет, да? «Тапир я джибуражка, и каждая дворняжка, при встреча лапа падает». Вот так поет. Я не шучу. Или там мой знакомый, хороший парень, чемпион Грозного по боксу в армии, вот, Зелимхан, вот, он пел так по-русски. «В краю синего Чечена Ингушетии». На гитаре играл, прямо кулаком вот так, здоровяк. Хороший, добрый парень, но все слова по-русски проговорил неправильно, понимаете? Ну, как вот типичный представитель нетитульной нации, как можно выразиться. Ну, чукчи из анекдотов, нереальные чукчи, которых всего там, не знаю, несколько тысяч, то есть я их не обижаю, а вот чукчи из анекдотов, то есть какой-то придурок из анекдотов, понимаете? То есть плохо проговаривающие слова. Человек, который плохо проговаривающий слова, это вот типичное армянское радио. Чем смешно армянское радио? Тем, что там неожиданно возникают какие-то странно произносимые слова, понимаете? Вместо винеми, я сказал винеми, окей. И так далее. То есть какие-то большие странности, типа этот, как его, ну этот, как Сталин нас сложнее изображал. «Вперед пойдем, Европу будем сажать, к
Крепи органы Абакумов, крепи. Я тебе ни в чем не откажу. Это вот сталинская такого типа проходная речь. То есть Сталин, потому что он так странно разговаривает, воспринимается как человек или злой, или не желающий учить русский, или недалекий. У человека под в руках все, да, здесь било счет. Okay. То есть человек недалекий, который даже, будучи во главе огромного государства, не нашел времени на логопеда. Что он кому пытался доказать своим этим странным акцентом? Кому? Кем он управлял? Что он пытался объяснить? Что человек, разговаривающий некорректными звуками, может управлять Россией? Нет, он прекрасно понимал. Он Лаврентию сказал: Лаврентий, я не могу тебя поставить генсеком, не могу тебя поставить вместо Маленкова. Россия не выдержит другого кавказца. Кому понятно, поставьте плюсик. А вы сюда лезете, как бы в английскую среду общаться по-английски абсолютно на уровне Лаврентия. Лаврентий говорил хуже Сталина. Понимаете? Я про ЛПшника говорю, Берию. ЛПшник. Это моя работа, понимаете? Моя работа. Я консультирую сильных мира сего, я консультирую послов, я консультирую людей и разные организации. Понятно? В том числе разведорганизации. Спасибо. Okay. Какие не скажу. Это уже секрет фирмы. Поехали дальше. Угу. Благодарствую. Я просветитель. И одновременно со своей международной деятельностью я решил, поскольку я не вижу нормальных курсов, то есть меня спрашивают: Шестов, пожалуйста, вот смотрите, не смешите меня, да, не смешите меня непониманием. Меня спрашивают: Шестов, скажи, пожалуйста, а почему вы не можете рекомендовать мне какие-либо курсы других языков? А я говорю: потому что они не работают. Они не работают, я не могу вам их рекомендовать. Они не работают. Меня спрашивают, как выучить итальянский. У меня сын товарища, вот, сын моего ученика и товарища из Киева, есть бизнесмен такой, известный бизнес-тренер. Вот, он поет Ла Скала теперь. Каким образом? Грубо говоря, я говорю, мне с ним заниматься некогда. Я могу позаниматься, но некогда. А пока, говорю, пусть он сделает простую вещь. Если у него в кавычках желание подражать есть, пусть просто прочитает Новый Завет по-итальянски. И все, пошел. Ну что, ребенок прочитал Новый Завет. Понятно? Все, он выучил итальянский. Почти потому, что он произнес со все улучшающимся качеством, он произнес достаточное количество итальянских слов и воссоздал себе базу, в которую внедрять можно различные слова и фразы. Базы нет. База, все, что вы пытаетесь выучить без базы, это как вы не умеете ездить на велосипеде, вам говорят: сядьте на одноколесник и сделайте пируэт, как в цирке. Вы такая: а я это вообще не знаю, что такое велосипед толком. Вам говорят: ну а что же вы это? Сядьте на одноколесник и, значит, встаньте на голову и начните жонглировать ногами, понимаете? Вы не в состоянии это делать. Что обеспечит условия, при которых вы будете в состоянии это делать? А что? Изучение всего комплекса, то есть для чего? Как происходит обучение водителя обычно? Да? Обучение водителя. Нормальное обучение. Не на курсах. Курсы – это полужульничество. То есть после этого вы выезжаете, или в вас въедут, или вы въедете. То есть реальное обучение по-другому должно идти. Инструктор или это тренажер, ну, видеотренажер, понятно, да, в который заложены различнейшие случаи, все случаи, какие только могут быть. Причем они описываются не просто вы на них глазами смотрите, они описываются вербально. Вот, например, вы едете, а справа приближается машина. Что вы должны сделать? В этом случае нажимаете на тормоз, да, притормаживаете, да, и чтобы машина проехала мимо. Если вдруг возникает какое-то узкое место, да,
и вы явно не пройдете по габаритам, две машины одновременно, или эта машина, встречная машина врежется в какую-то стену, или ваша там собьет мусорный бак, или же столкнется с ней, поэтому нужно будет опять же притормозить. Ну, грубо говоря, то есть нужно пройти все случаи, какие только могут встретиться. Понимаете? Для этого или тренажер, или с тобой год везде ездит инструктор, или твой родитель, ну потому что он не всегда может ехать с тобой ездить, правильно? Почему? Работает. То есть он ездит с тобой там по воскресеньям, да, по субботам, по вечерам. То есть ты едешь, а он тебе говорит. А вот в этом, то есть он выполняет роль вот этого тренажера, чтобы дать тебе максимальное количество возможных комбинаций. Так вот, что мне когда-то пришло в голову и что работает? И пока я это не сделал, я не мог нормально выучить никакой язык. Я беру и методично прохожу через основные слова языка. Я прикидываю по моим прикидкам минимум слов, которые нужно пройти, чтобы получить хорошее представление о том, что этот язык, что это за язык. Мозгу дать хорошее представление, то есть сформировать базу. То есть если это упражнение делали бы в институте военных переводчиков, упражнение, то есть не поурочно там сидели, занимались ерундой. Поурочно. Какой поурочно? Какие правила грамматики? Устная речь не следует никаким правилам грамматики. Давайте посмотрите. Вот по правилам, да? Вот смотрите, что это такое? Что это значит? Вот вы учили грамматику. Где тут грамматика? Какая грамматика? It is what it is. It is what it is считается. Не так, как учат, а вот так. It is what it is. То есть преподаватели очень быстро, методисты, вот эти жулики все, да, бизнесмены, они просекли, в кавычках, извините, опять же, филолога, лингвиста, вот. Они как бы, до них дошло, что если они не будут пытаться ставить произношение, то люди будут учиться до второго пришествия. То есть сколько мы грамматику Сколько их не учи грамматики, сколько бы они не изучали правила грамматики, различные дурацкие формулировки, они все равно язык не выучат и будут ходить к тебе или к товарищу. Понимаете, да? То есть куда-то будут ходить. Потом, может быть, опять к тебе придут. То есть, короче говоря, такой замкнутый круг. Куда бы ты ни обратился, все равно результата не будет. И вот люди, которые мне не поверили, они занимаются по каким-то дурацким курсам, понимаете? Никакое массовое обучение английскому или языкам невозможно. Никто не будет вас обучать нормально за 3 копейки на каком-то огромном сервере обучающем. Не будут. Вы их бизнес разрушите. То есть как только к ним поступит технология а-ля Шестова, у них через год все ученики выучат английский и уйдут, а их бизнес рухнет. А они мне вложили десятки миллионов долларов всяких дуолингва. Понимаете, да? Они не могут себе позволить дать вам ни единого эффективного упражнения. Как только вы получаете действительно эффективное упражнение, вы, ага, я все поняла, я все понял, вы уходите. А их задача – занозить коготок и сделать так, чтобы вы учились вечно. Кому понятно, поставьте плюсики. Вот эта фраза означает «ничего не поделаешь». «Ничего не поделаешь». А не это есть. Что это есть? Ничего не подделаешь. Это вообще, это вот и есть типичка. Типичка. То есть вы не готовы к таким фразам. Потому что обучение идет двумя способами. Первый. Вы попадаете в среду, как вот work and travel, ребята, да? Попадаете в среду, и с вами бесконечно разговаривают какие-то люди. Ну, в Диснейленд, например, да? Вы становитесь продавать билеты, и билеты там пропускать, да? Становитесь вот, дежурным. И с вами постоянно чуть-чуть разговаривают, да? И вот вы типа русского языка нет, украинского, вы так спокойно, постепенно что-то там осваиваете. Но освоение на слух, не дает возможности понять, как эти слова произносятся вместе. Вот покажу вам сейчас. Смотрите, ну, то есть вот ты приезжаешь в Диснейленд, да, Диснейленд. Это
информация для тех, литература на лето, это любая из моих книг создает нормальную базу. Любая, просто выбор любой. Так вот, а где ссылка, кстати, простите, хотел попросить администратора ссылку поставить. Так вот, вот смотрите, вот ты приходишь, они говорят, не как наши все представляют эти слова, that is the point, ну, грубо говоря. Они произносят так, сейчас напишу даже по-русски вам, попытаюсь. Ну, так произносится, только с языком. Покажу крупным планом. That's the point. That's the point. А быстро point. That's the point. That's the point. Если человечек не понимает, он просто видит, что тот в этом случае, да, ну, какой-то сотрудник, носитель языка, любого парка, да, любого бизнеса, в любом бизнесе, в любом, да, ресторана. Он произносит это вот в таком-то случае. Они тоже начинают это копировать. Но это не факт, что они знают, как эти слова пишутся, пытаясь объяснить. А раз они просто эти фразы бездумно произносят, сокращенно. Например, понял тебя, по-английски звучит вот так. Реально звучит. Не так, как обучают, а вот так. Звучит так. Покажу крупным планом. Если видите, да? Gotcha, gotcha. Кстати, когда я переключаю на крупный план, вам видно, действительно видно меня крупным планом? Или это только мне кажется, что я в этот момент выступаю, в этот момент демонстрирую себя крупным планом? Вы видите меня реально? Если да, поставьте цифру 7, пожалуйста. То есть, короче говоря, понял тебя, понимаю. Это gotcha, 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 gotcha. Не got you, спасибо, а gotcha, 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 gotcha. Это gotcha. Спасибо, друзья. Окей. Okay. А если сказать got you, это уже не означает, что я понял тебя. Это не, спасибо. Это не got you, это не понял тебя уже, а поймал тебя. Got you, got you. Загнал тебя в угол, got you. Это же фраза. Понятно? Ну, загнал куда-то. Инопланетянин прилетел, его, значит, загнали куда-то, вам какой-то, не знаю, в амбаре где-то в этом, каком-то огромном зале, заводском, загнали его куда-то этими с оружием, какие-то men in black, да, загнали куда-то в угол его, got you. То есть got you уже другое совсем. Так вот, когда человек говорит got you, что звучит? Он думает, что это пишется вот так, ну, грубо говоря. Ну, а как? Gotcha. Правильно? Короче говоря, когда человек просто разговаривает, у него нет связи с устной речью, он автоматически не в состоянии перевести то, что он говорит, в письменную речь, то есть изложить это на бумаге. А это создает нестойкость. То есть стойкое изучение языка идет только на одной основе. Стойкое формирование базы, а потом свободное ее расширение, что в родном, что не в родном, идет. Проговори достаточное количество материала на иностранном языке. Если хочешь свободно переводить с языка на язык, проговори достаточное количество материала систематизированным. Синхронный перевод идеальный, вот как у меня идет. Проговори синхрон. У меня синхрон ше никакого нет, Армин. Гача, ну, гача это АА, гача, это гача. Вот это они так АА изображают, гача, гача. Ну, то есть, вот слово, смотрите, сумасшедший, орех, тому подобное, это над. Ну, поэтому, когда они хотят показать, что это А, они говорят гача, вот так. Гача. Got you. У них гача. То есть, ребенку дай в руки карандаш, ручку, он напишет гача, потому что он плохо соображает. Иными словами, англоязычная нация – это нация людей, разговаривающих, но плохо себе представляющих, как эти слова точно пишутся на бумаге. Кому понятно, пожалуйста, поставьте плюсики. Спасибо. Я понятно выражаюсь? Jesus Christ. Окей. Русский человек берет любое слово и свободно записывает. Английский человек, англоязычный, да, он не может слова записать, потому что они не так произносятся, как хотелось бы. Они не произносятся, как написано, они читать их не умеют, как написано.
Любому образованному дайте любое новое слово, он его не прочитает. Наш прочитает, но с ошибкой в ударении. Дай любому слово «инокине», он скажет «инокине». Понятно, да? «Иконопись», да? Скажет «иконопись». Он неправильно ударение поставит, понимаете? Это вот максимум, что он может сделать. Но в английском языке человек вообще не понимает, как слова считаются. Они абсолютно неграмотные, да. 25% взрослых людей в Англии, Америке и так далее, вот, в Англии, Великобритании, в США и в Канаде неграмотные люди. Гачи – это никакой не жаргон, это так все разговаривают, только так и разговаривают гачи. Все 100%. Так, если я понятно говорю, пожалуйста, поставьте плюсики, спасибо. Так, дайте, пожалуйста, администратор, дайте, пожалуйста, ссылочку на литературу на лето. Лето скоро закончится. Короче говоря, если вы считаете, что у вас достаточный какой-то опыт изучения языка, да, вы можете прямо сразу начать, сразу приобщиться к методике Шестова, пока идет мастер-класс, ну, короче говоря, до того, как он закончится, или до того, как закончится лимит на количество курсов. Цена бюджетная, Мила, да, цена бюджетная. Вот, то есть, как только вы, то есть, если вы сделаете предварительный заказ, администратор, будьте любезны, ссылочку на, давайте я попробую ее восстановить, возможно, здесь. Проверьте, пожалуйста, я не совсем уверен. Рабочая, нет, не рабочая, сейчас, секундочку. А, Шестов.ру, да, окей, thank you so much. Let me delete that shit. Okay. А вот ссылка есть. Ссылку сделали? Дали? Послушайте, а куда ссылка делать? Я что ссылку случайно удалил? Как такое может быть? Окей. Okay. Я не понял, если честно. Как слились две ссылки в одной? Или? А, я понял. Если выше удаляешь, то удаляется все. Понятно. Окей. Okay. Так вот. Если у вас есть вопросы... Вопросы по тому, как работает, да, как это все работает, или что вам полезнее всего, вам или ребенку. В любой момент, we can interfere, в любой момент, можем вмешаться в издевательский учебный процесс, в любой момент. Каким образом? Называется инъекция адеквата. Изучение языка через мозг, да, и начинается адекват. Адекват заключается в том, что для того, чтобы лучше учился язык, нужно периодически проговаривать максимально качественно. По образцу, сами не пытайтесь, невозможно. Вы с первого раза не сможете нормально прочитать так, чтобы это создавало или улучшало базу, не сможете. То есть вы должны читать по образцу до тех пор, пока реально не научитесь читать, как тоже Хазанов, Смоктуновский, Брайан Трейси, кто хотите. То есть нормальный специалист, который умеет читать вслух. Сам, без режиссера. То есть я являюсь вашим режиссером, то, что идет в любом из этих курсов, я режиссер, а вы актер. То есть вы приходите, начинаете читать неправильно. Ну, то есть вам сказано разговаривать как человек из Гарлема, да? А вы разговариваете как, например, человек из какого-то предместья Окленда, да, в Новой Зеландии. Ну, не смогли, да. То есть вы разговариваете абы как. То есть это не английское издевательство какое-то. А у меня есть стандарт. То есть прохождение через стандартные способы произнесения слов и их слияния во фразы или перед самым началом изучения языка, любого, но с правильной артикуляцией и с точным проговариванием. То есть если вы произнесете одно и то же 20 раз, но со своими все звуки будут из родного языка, у вас только все ухудшится. Это типа теста восстановления. То есть вы попали. Тот же... Есть просто ребята, которые типа Зильбермана, да? Зильбермана, да? Аркадий Зильберман такой был человек. Берет и говорит, почитайте диалоги 15-летних детей, мальчика и девочки. Это он советовал бруклинским пенсионерам нашим. Вот, почитайте, пенсионеры.
Как только все начинает учиться, этого достаточно. Еще раз. Аркадий Зильберман передо мной хвастался. Вот я тут учебник сделал. Бросал меня перед носом в Нью-Йорке. Учебник мне бросал. Аркаша. Он просто мой старый знакомый из Москвы. Так вот. Он, значит, меня наслушался, насмотрелся в 98 году. И создал так называемый курс. Курс называется «Языковой мост». Типа, почитай абсолютно неграмотно, неправильно по-английски, раз 50, одно и то же, и ты выучишь язык. Ну, то есть он слышен звон, да не знает, где он. Нужно читать, не просто читать, а качественно читать. Вот как это, как делать качественно, я вам попробую найти. Или вы сами посмотрите. Для нормального изучения или совершенствования в языке, Наталья, нужно две вещи. Первое. Научиться правильно произносить и просто произнести большое количество слов. Понятно. Такой, секунду. Я же напишу вам правила. Чем больше, то есть Зильберман своим курсом свел это видеокниги, Игорь. А аудиокниги там всего пара штук. Потому что аудиокниги не работают. Так Аркадий создал, в кавычках, курс. Он там такие вещи делал, вы не представляете. Эти люди абсолютно ненормальные. Что они делают, вы не представляете. Он мне говорит, смотрите, клавиатура машинки, клавиатура компьютера слишком маленькая. Поэтому люди промахиваются между клавиш. Люди попадают не на те клавиши. Давайте сделаем клавиатуру такого размера, чтобы было невозможно промахнуться. Кому понравилось, поставьте плюсики. Спасибо. Вам нужно методично произнести базовые слова. Фактически в любом из моих курсов проходится ориентировочно количество слов достаточное для создания базы. Два абзаца повторять? Да вы что? Какие два абзаца? Нет, Наталья, вы что? Нет. А, я понял, о чем вы говорите. Так, дайте, пожалуйста, ссылочку, администратор. Давайте я сам, наверное. Память-то у меня только улучшается, в отличие от большинства людей, да, в мире. Ага, вот это, да? Вот эта ссылочка. Так вот, Наталья, давайте, задавайте вопросы, Господи, наконец-то. Потом чуть-чуть песенку поразбираем. Так, что там у меня еще интересного есть? Так, с литературой на лето понятно, да? Дальше что есть? Давайте, что у нас есть? Он говорит, Аркадий, наслушавшись меня, потому что, ну как вам объяснить, я эту тему расследовал, а они просто деньги зарабатывают. Ну как вам, я не знаю, как это объяснить, ну чтобы понятнее было. Ну они как датчане, как американцы. Война войной, а обед по расписанию. Они не я, я перфекционист, я горю на работе, понимаете? Я только и делаю, что работаю. Они только и делают, что отдыхают и деньги зарабатывают. Понимаете, нет? Окей. То есть я приложил какие-то титанические интеллектуальные усилия для того, чтобы вот это все разработать, каждое слово произнести правильно для вас. Вы думаете, что я сам это, что ли? Сам у меня такие природные способности, что ли? Нет, я такой же неспособный ученик, у которого база не сформирована. Поэтому я формирую базу на любом языке. Например, на норвежском там читаю программу Либерально-демократической партии, там, грубо говоря, да? В немецком читаю там Süddeutsche Zeitung. Понимаете? Вот.
То есть я базу формирую у себя, базу. И когда я сформировал базу нормального проговаривания, ляут фэшибун, например, ляут фэшибун, вот произнесите так же, попробуйте, не получится. Ляут фэшибун. Да, смещение звука. Вот. То есть 100% правильно, попробовать произнести на любом языке хоть что-нибудь. Не получится. А вот я этому учу, потому что я сам дошел до этого, как двоечник, троечник, которого пока я это не придумал, из класса в класс просто перетаскивали, чтобы не выбросить на улицу. Понимаете? Я двоечник с точки зрения обычного преподавателя. Они не умеют обучать, а я страдаю. Они объясняют так, что я не понимаю, почему я базы не овладел. То есть, чтобы овладеть базой физики, чтобы нормально изучать физику в школе, нужно в летом, почему литература для чтения? Ну, что там интересного у меня есть? Так, а где тут у нас про чуз, кстати? У нас есть где-нибудь про чуз, администратор? Будьте любезны, ответьте. Так, это все. Так, что-то еще интересного есть. Да. Большинство фраз разговорных по грамматике составить невозможно. Например, no thank you идет так, я нах. Я на. Это нет спасибо, я нах. Не знали, да? Окей. А это что такое за слово? Вот. Вы долго учили английский. Что это за слово? А? Что это такое? Ха? Во-первых, надо произнести правильно. То есть еще раз. Перед тем, как изучать физику, перед тем, как вашего ребенка... Хорошо, если вам наплевать на себя, подумайте о ребенке. Я не призываю вас заниматься по методике Шестова. Занимайтесь по правильной методике, каковой и является методика Шестова. То есть занимайтесь сами. Не надо меня спонсировать. Мне ничего от вас не надо. Я хочу, чтобы вы нормально освоили материал, а потом могли сказать любому репетитору. Ха означает не правда ли. Ась. Так, значит, по поводу choose понятно. Есть два варианта. Значит, choose, по choose, да? Секундочку. Дело все в том, что сами по себе слова отдельно, ничего не дают. Подождите, где-то у меня здесь есть образец, секунду. Так, я не закончил мысль. Дети и вы можете не отдавать себе отчета в том, что происходит, да? Но дети и вы учитесь только двумя способами. После возраста 7-8. Мозг закончил формироваться, закончил развиваться, приехали. 9 лет максимально заканчивается формирование мозга. После 9 лет у вас вариантов никаких других нет. И до 9 все дети пытаются все, что угодно облизать и потрогать. Ничего не изменилось. То есть вы, как взрослые, не хотите ничего больше облизывать и толком трогать, да? Так вот, нужно рот развивать и руки. Если вы рот и руки мобилизуете, то вы нормально учитесь. Так вот, правильный принцип обучения, о котором я вам говорил, то есть если на work and travel вы просто выучили, как большинство детей в Англии, в Америке, большинство детей выучило, просто научилось болтать, но не знают, как это записывать, в 5 классе, к примеру, но не знают и читают про паршиво, так? Я с лекциями выступал и обучал детей, пятиклассников, 5-6 классы в разных странах мира. Они писать не умеют. Они не знают, как слова пишутся, как они считаются. Не знают, потому что их неправильно обучают. Вы получите все, что нужно для того, чтобы успеть на спецакцию. То есть любой из этих курсов. Это не все мои курсы, конечно же. Вот. Нужно оформить предварительный заказ. Это почти гарантирует. То есть оплатить, если вы оплатите в течение мастер-класса, это вам гарантирует стоимость, что эта стоимость будет именно такой. Если потом вы нажимаете на ссылку «Оплатить», а стоимость повышается, то я лично никак вам помогать не собираюсь. То есть просто вот такая ситуация. Почему? Потому что у меня нет на это времени. У меня нет времени возиться с этими незначительными средствами, которые
я, от которой я иногда оцениваю для вас, оцениваю свою многолетнюю работу. Вот и все. То есть базу не сформируете, по одному слову будете учиться до второго пришествия Иисуса Христа. Понимаете? Okay. База не сформирована. Базы формируются прочтением учебника физики до начала обучения. Если ребенок плохо учился в шестом классе, например, да, плохо осваивал физику, то перед седьмым классом, это вот как вы, большинство из вас, учили английский абсолютно неправильно, перед седьмым классом летом, в августе, прочитайте учебник физики за шестой, а можете и за седьмой класс сразу. У вас ребенок будет нормально учиться. Прочитайте вслух, а термины перепишите без ошибок. Пусть он сидит и выписывает ключевые слова. Понятно? Вот тогда он у вас будет лучшим учеником, и вам не придется нести цветы дурацкому преподавателю, который все равно вас ничему ребенка нормально не подготовит. Не нужно в это верить. Если в школе они не могут подготовить, как он может его дома подготовить? За счет чего? Это просто система компенсации. Это низкая зарплата преподавателей, низкий авторитет преподавателя. Я организатор системы профтехобразования Российской Федерации. Я бывший помощник министра. Министра, то есть председателя комитета профтехобразования по профтехобразованию Российской Федерации. Я. Я же инспектор Главного управления профтехучилищ. В возрасте 24 года, чтобы вам было известно. Я прекрасно знаю, уровень преподавания, ничего не изменилось. В СССР как-то старались, увольняли там, как-то ставили на вид. Сейчас никто ничего не делает. То есть все просто-напросто лебезят перед родителями учеников. Обучения вообще никакого нет. Понятно? То есть боятся, что их дисквалифицируют, уволят и тому подобное. Раньше не боялись. Раньше, в принципе, могли... Раньше говорю. Сейчас могут уволить из-за того, что ты хорошо обучаешь. Потому что родители говорят, не наезжайте в кавычках на моего ребенка. То, что происходит в Нью-Йорке. Почему в Нью-Йорке? Почему в Нью-Йорке читают? А там ошибочка, Честов.ру. Или это правильный адрес? Администратор, поменяйте, пожалуйста, адрес. Там должно быть слово choose, да? Или нет? Окей. То есть вы поняли, что происходит? Почему в Нью-Йорке в 9 классе читают на уровне 4 или вообще никак? Потому что родительский комитет наехал на департамент образования, в кавычках наехал. Сказал, не грузите детей, дети переутомились. Дети переутомляются. Большего идиотства от родителей трудно себе представить в огромном мегаполисе. Во всем мегаполисе дети читать не умеют. Ни те, кто там родился, ни те, кто туда приехал. Читают только те, кого родители научили, заставили читать, понимаете? То есть дома сидели и заставляли. Репетитор такой же жулик, как и негодяй-преподаватель, понимаете? Который понимает, что результатов нет, но делает вид, как будто они есть или будут. То есть он вас обнадеживает. Обнадеживать вас не надо. Базы нет. Требуется база. Чтобы сформировать базу, нужно сделать две вещи. Объединить, посмотрите на экран, устную и письменную речь. Work and travel, болтаешь, писать не научишься, навык нестойкий. Пишешь, не знаешь, как проговаривать русский вариант. Пишешь, более-менее как-то пишешь, рот открываешь, никто тебя не понимает, и ты не понимаешь. Так? Прекрасно, почему? Да ты слова проговариваешь по-латыни. По-латыни английские слова не проговариваются. Окей. Okay. Окей, сейчас покажу вам. Какое словечко. Сейчас. Да. Значит так, латей. Вот где здесь написано, что оно читается с двумя ударениями? Латей. Как вы произносите это слово? Starbucks, да, в любой кофейне. Вы говорите латте, правильно? Латте. То есть сэ не проговариваете. То есть на русский перевели без сэ. Но то, что если вы просто скажете латте, латте, никто не знает, что вы говорите в Америке, в Англии. Это латте. И единственное число, и множественное число. Наши, чтобы запомнить слово, проговаривать его латтес. Латтес.
И для этого пишут всякую чепуху. То есть для того, чтобы мобилизовать навыки, нужно сделать две вещи. Правильно произнес базу. Правильно произнес. Секундочку. Да, слова и фразы, да. Отдельно слова, то, что вы предложили, это ничего не дает. Правильно произнес слова и фразы, плюс правильно записал, без ошибок. Записывать нужно не все, а то это займет очень много времени. А если будете суетиться, то есть будете изображать из себя специалиста-суетолога, то есть писать быстро, коряво, там, типа, сейчас много напишу и много чего выучу. Ничего вы не выучите. Тогда, то есть, вот посмотрите сюда. Вот представьте себе. Это вот общая картина того, что происходит с мозгом. Так? У рабочего мозг не развит, кровеносная система не развита, синапсов мало, да? То есть, он на креативную работу не способен. Он как бы дурак дураком, да? Окей, кухарка. Вот, дурак дураком. То есть он знает там, не знаю, какие-то базовые вещи. У него ничего не развивается. Так вот, представьте себе, что вот справа это человек, у которого есть база, который просто ознакомился в жизни и произнес очень большое количество слов. У него не может быть ни развитым мышление, ни развитой кровеносная система, артериалка. Понимаете? А вот, то есть, вот тот объем информации. И вот на эту, в эту базу, которая у вас, вот приходит ребенок, а у него две извилины по физике. Или у вас три слова в голове. Три тополя на плющихе, понимаете? У вас ничего в голове нет толком. Вы это соединить не можете. То есть объединяющим звеном, объединяющим упражнением все является прочтение периодическое или перед обучением. Или просто вклиниваемся в идиотский процесс, когда вы почти ничего не учите, но делаете вид, что учите. И надеетесь, что когда-то это даст плоды. Вы просто вбиваете клином правильный элемент обучения. Или полностью с нуля. Ну, там непонятно, зачем это надо. Вот я сейчас вам с трудом объясняю. Даже к тому, что вы уже неправильно все слова выучили. Все вообще. Вы не знаете, как они сочетаются. Вы не знаете, как одно переходит в другое. Ну, например. Куда это мы поехали? А, вот. Во-во-во-во-во. Отлично. Кто там у меня спрашивал? Наталья, кажется, да? Наталья, вы спрашивали? Секундочку, сейчас посмотрю. Угу. А, Надежда. Надежда. Вот примерно вот это есть, вот это материал мой. Называется всеобъемлющий курс. Он создает полную базу. Да? Создает полную базу. Вот ту базу, которая отсутствует у людей. У всех почти. База. Методично проговариваете, мозг это все усваивает, мозг это все записывает. Но не, сначала записывает на распознавание, но потом он не может. Те слова, которые он произнес устойчиво, мозг начинает пытаться использовать. Это известно любому психологу, начинающему. Это написано в любом учебнике психологии, но психологию почему-то в это, вот эти вещи педагогам не преподают. Понятно? То есть, если вы возьмете какие-нибудь лекции известных психологов, да, Леонтьева того же, да, то вы увидите, что введение в психологию, по идее, написано, что мозг усваивает только то слово, которое ты в состоянии использует, которое ты в состоянии устойчиво произнести. Что такое устойчиво? Правильно произнести. Что такое правильно? Орел, а не орел. Енот, а не енот. Синхрофазотрон, а не сикрофазотрон. Человеческий организм, а не человечий организм. Понятно? Вы не можете произносить слова устойчиво, якобы, псевдоустойчиво, но при этом произносить слова неправильно. Так вот, вот это и есть начало, кусочек всеобъемлющего курса. Идет несколько тысяч предложений с идеальным, впервые в истории, да, с пояснениями, с идеальным переводом на русский язык. Но перевод вы при освоении базы, то есть если вы будете читать перевод и английский, у вас будет русификация
русифицированное проговаривание английских слов. Нужно разделить артикуляции. То есть вы проговариваете, просто методично идете от A до Z и все. По алфавиту просто раз, прошли. Каким образом это достигается? Есть у нас ссылка на видео всеобъемлющего курса. Под рукой есть где-нибудь? Calm Course. Это ссылка действительно, да? Поняли, да? То есть само слово, слова учить бессмысленно. Слова усваиваются взрослыми людьми, да и детьми, в контексте. Поэтому дети к школе осваивают все просто на уровне «много проговорили», а потом они выясняют значение. То есть сначала он учится произносить слово, а потом спрашивает: «Мама, а что это за слово? Что оно значит?» Ну, например, «муравьед» или там «дикобраз». Он говорит: «дикобраз, ходит там год, полгода, не знаю, сколько угодно». А потом приходит и говорит: «Мама, помнишь, я слово произносил? Дикобраз. А что это такое?» И мама ему показывает. То есть система создания базы – это именно проговорить как можно больше материала качественно, не вдаваясь в подробности. Не вдаваясь в подробности. Понятно? То есть как идет обучение? Малейшее что-то непонятное, это называется, сейчас скажу, это называется детализация. То есть в школе занимается, извините, суперлингвиста. В школе занимается, извините, в кавычках, простите, фигней. То есть в школе бесконечно идет ознакомление и детализация. То есть раз мусолят или что-то проговаривают, дети 10-90% не понимают, о чем речь идет, потому что они думают о своем. То есть единственный способ гарантировать, что у вас сформирована база, это открыть рот и организовать нормальное чтение под образец. То есть я читаю «щи», вы такая «щи», покажу сейчас крупным планом. «Щи аббревиэйтысы сы ау мач». Мач. Я показываю, как реально выговариваются, извлекаются эти звуки английские. Есть вводные материалы по каждому звуку, по каждой комбинации, которые получаете, вы автоматом получаете, приобретая любой курс. Но не трехкопеечный. То есть есть пара демонстрационных курсов, которые стоят там 300-400 рублей. Это просто издевательство какое-то на здравом смысле. Да. Вот. То есть, вы поняли, да? Это как китайский бизнес. Китайский бизнес. За что купил, за то и продаю. По себестоимости. Короче говоря, я не могу вам подарить, я подарю любому. Дарю любому, кто приобрел любую книгу какой-то более-менее нормальной стоимости. Подарю любому мою программу чемпионскую. Я чемпион мира. Вот, мою программу. Для освоения безошибочной машинописи. Такие: «А, машинопись мне на черта не нужна». Ах, нет, извините, нужна. Это не просто машинопись, это машинопись на двух языках, свободно переходя с одного на другой. Английская, вы такие: «Латинская, да какая латинская, английская?» Английская и русская. Вам хватит. Английская и русская. Детализация. Моя программа, я вам дарю мою программу, или свою программу, whatever. Мою программу для освоения безошибочной машинописи. Ой, опечаточка, извините. Кстати-ка, я это вообще сотру. Мне это не нравится. Да? Так. Оп. Мою программу. Ну, то есть, когда допускаешь ошибку в этой программе, программа выдает тебе упражнение, которое называется «Исправь ошибку, не отходя от кассы», чтобы потом ты ее заметил, если ты ее когда-либо сделаешь, тебя аж затрясло от злости. То есть, нужно выработать идиосинкразию к неправильному чтению и неправильной записи. У современных людей, особенно у молодежи, нет никакой идиосинкразии, то есть неприязни, отвращения к ошибке, как устной, так и письменной. Как сказали, так и сказали. Как записали, так и записали. Плевать. Понимаете? В Индии, если преподаватель или в Америке неправильно пишет слово на доске английского, преподавателя английского, дети над ним смеются. В России они даже не знают, правильно, неправильно, они ничего не знают. Понимаете? Бестолковое преподавание. Вот. И так далее. Так вот. Мою программу машинописи, безошибочной машинописи,
Почему еще раз безошибочный? Да потому что программа вам не даст пройти ни единого слова с ошибкой. Потому называется программа безошибочная машинопись. На двух языках. Так? Это первое. Дальше постановочные материалы, ну и тому подобное. То есть можете рассчитывать на полное, полностью нормальное создание программы. Формирование, да? Формирование нормальных навыков. Правильно произнес, правильно записал. А вот когда? А второй вариант – это всеобъемлющий курс. Всеобъемлющий курс – это вы методично, то есть смотрите еще раз, в чем разница? По книгам вы проходите через базу, одновременно идя по конве сюжета. Так? По конве сюжета. То есть если вам удобнее читать книгу, а вы не хотите по какой-то причине странной просто прочитать словарь и стать очень умной, прочитать кое-что записать. Записывайте не все фразы, нет, записывайте в основном несколько фраз там из 100. Но если вы не будете записывать, то у вас не будет развиваться мозг. То есть мозг воспринимает обязательно. Произнес слух, продиктовал себе, записал. Произнес слух, продиктовал, записал. Произнес, продиктовал, записал. Я понятно говорю? Произнес, записал. Вот и вся история. Так, кому понятно, пожалуйста, поставьте плюсики. Спасибо. Вот, а потом я показываю, как эти слова дальше сокращаются. Например, смотрите, матч. Bad. Сейчас. Match that становится matchy that. Match that. То есть чешка становится G. Match that. Понятно? Match that. So much did I can't understand what she's saying. Реально никакой постановки артикуляции преподаватель английского не владеет в мире системой обучения чтению. Они за 12 лет в школе умудряются не обучить чтению почти никого. 12 лет еще в саду. 15 лет обучения чтению. При обучении изучения английского сколько времени уделяется тому, чтобы якобы научить вас чтению? Сколько? 15 часов. Там уходит, извините, на обучение чтению несколько тысяч часов. И то не могут обучить. Носители языка не могут обучить читать тех, кто там родился и живет. Который постоянно видит эти слова и может спросить, а это что еще раз? А это 25-й раз, что это такое? Понимаете? Как? А тут вообще полный игнор обучения чтению, да? Почему? Потому что на это нужно несколько тысяч часов. Если они вам скажут, что вы будете учиться несколько тысяч часов, то вы не будете учиться. Вы уйдете к конкуренту, который будет врать, что вас быстро научит. И что вам не надо учиться? Да, «Дамы с собачкой» и «Реальные правила чтения» – отличный материал, конечно. Увидите результат, Наталья, конечно. Безусловно. Да, машинопись вам пришлем, конечно. Так вот, вводные материалы, да? Вводные материалы фонетические – где я показываю, как в русском это идет, как это в английском идет. Они сестры по тому, как сочетаются звонкие, глухие, сестры языки. Ну, то есть, кот голодный, да? Сейчас напишу. Кот голодный в английском, в русском языке читается коды голодный. Кот голодный, да, кот голодный. Но кот хороший, правильно? А мышь? Горячая мышь, там, не знаю, голодная. Читается мышь голодная. Это вот читается Джордж, смотрите. Опять читается Джордж. Видели? А вместе читается Джордж Буш. Так вот, преподавателям не хочется морочиться, коммерсантам, и вам все это объяснять, подробнейшим образом все это показывать. Над каждым словом работать. Сложное слово – дольше работаем. Легкое слово, не знаю, как орешки щелкаем, чем быстрее тем. То есть, короче говоря, нет никакого дифференциации, что ли. Нет никакого разделения, нет понимания у преподавателей, где легкое слово, где сложное слово. Ну, например, слова 33, да, они сами не знают.
Слова, посмотрите. Это «ты» – это читается, крупным планом покажу. Смотрите еще раз. То есть вы вас пустили по порочному кругу, как через 7 кругов ада. Понимаете? Вас пустили, над вами издеваются натурально. То есть и всем абсолютно известно, да, в англоязычном мире, а вы приобрели что-либо, Юрий? В англоязычном мире всем известно, что сначала ставится звук Т, тырти, тырд, зубное Т. 33-й считается тырти, тырд, тырти, тырд. А потом на этой базе учимся говорить тырти, тырд. При обучении наших все переставлено с ног на голову. То есть, сколько бы мы ни проговаривали 33-й, преподаватель будет над нами смеяться и через год, и через 5, и через 10. Потому что он-то освоил, еще раз, преподаватели, у них больше времени вгрызаться. И многие из них слышали, что сначала нужно произнести тырти, ну то есть третий будет, или три, цифра, секунду. Цифра, произносится тыширы, тыширы, тшри, тшри, тшри. Наши такие, да это сри. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, все слова неправильно, все вообще абсолютно безобразно, безобразие. Okay. Так, с этим, думаю, понятно, что-то у меня еще интересного есть. Что это такое? Глория Гейна, что ли? Так, то есть, вот это все, покажу сейчас. Не туда поехала секунду. Вот, кажется, вот это. 5, 10, 15 минут в день не работает. Внимание, давно этого не пояснял. 15 минут в день работать не может, у вас базы нет. Поэтому хоть 45 минут там сидите в классе, ничего все равно не выучите. Числа 18-го, Марина. Включайте ТВ фоном, да, телевидение. Улучшайте свой язык. В Америке телевидение и радио идут фоном по всем деревням, городам и весям. Так? Никакого улучшения английского это не дает никому вообще. Говорите, как получится, и акцент исчезнет сам собой. Ничего не исчезает, вранье глухое. Типа, продолжайте ходить, мы будем вас грузить, а вы будете это забывать, а мы будем это объявлять вашей проблемой, что это вы такая глупая. У вас с памятью проблема, вы, значит, здравствуй, дерево. Продолжайте, типа, платить, будем пытаться вас, дурочку, дурачка, дальше обучать. Вот такая хитрая физиономия, да, преподавательская. Дальше идет. Так я это знал, не знаю, в 89 году, господи, я этот доклад делал на Минпросе СССР, министерстве. Я доклад делал на коллегиях Минпроса РСФСР и СССР. В 89 году я рассказывал о том, как нужно правильно осваивать материал. Эти дебилы меня выслушали. Министры, первые замы, начальники главных управлений, эти бараны, меня выслушали и ничего не сделали. Вообще ничего. Они кивали, да, им сказали, да, сказали, выслушали шестого, они меня выслушали и ничего не сделали. Дальше. Вы запретите учебник грамматики. Тогда вообще не сможете разговаривать, потому что вся разговорная речь на 70% все перебивки и все простые команды состоят из абсолютно аграмматических, то есть неграмматических, неправильно грамматических, абсолютно неграмматических фраз. Абсолютно. Никакого отношения. Ничего сказать нормально не сможете. Будет разговаривать как полный тотальный идиот. Тибиль здесь, меня не знай, чего, где, куда, этот его, как его. Вот так будет звучать. Игровая форма. Игровая форма в группе не работает. То есть одному интересно, другому не интересно. Дальше. Дальше, если игровая форма проходит, вы что будете, ходить хихикать и играть, что ли? Я не знаю, в офисе. Ой, надо вспомнить, как я буду тут с куклами играть. Ой-ой-ой, как было здорово. Машинки, машинки, да? Сейчас. Окей. Ассоциация мимотехника гипноз. Я вам, кажется, дал видео посмотреть это издевательство, да. Вот. И дальше. После какого-то возраста вы учите английский нереально. Это они просто говорят, давайте мы будем вас пробовать учить, типа обманывать опять, типа делать вид, что учат.
делать. Ну, говорю, вот честно, вот пусть говорят честно. Вот сказали честно, что 60% преподавателей Российской Федерации, министерство сказало, не умеет обучать. Вот сказали честно, и слава тебе, Господи. Почему? Так в их число входят и преподаватели языков, русского, английского, немецкого. Почему перенос не происходит? Как бы это та информация, а здесь типа вот смотрите, тут все по-другому у нас. Вот как придете на наши курсы, вот у нас все по-другому. По-другому никакого нет. Okay. Так, теперь песенку сейчас разберем с вами. Так, переводят безобразно. Так, поддерживающие упражнения. Так, дальше существуют параметры обучения. Вы можете с ними ознакомиться вот на этой странице. Скорее всего, вы на ней уже были, да? Может быть, не совсем поняли, о чем Шестер говорит. Как у Король и Шут в песне. Ели мясо мужики, пивом запивали. А что конюх говорил? Они не понимали. Окей, дальше. Еще раз. Найдите в моем в мастер-классе, да, хоть одно неадекватное заявление, которое не соответствует действительности. Их нет, их быть не может. То есть или ты врун, прямо как Пиноккио, да, у тебя огромный нос постоянно растет, преподавательский такой, огромный, что ты только не обещаешь. Вот что ты только не обещаешь ученику. Все, что он хочет. Вы прочитайте эти объявления. Я вам помогу поступить туда. Вы сможете учиться здесь-то. Они базу не дают. Ты к ним приходишь, они тебя грузят каким-то, какой-то маленькой главой из учебника. Ты опять приходишь, они тебя грузят опять главой из учебника. Это ничего не дает. Вот, смотрите. Угу. Сейчас, секундочку. Вот есть такая штучка. Угу. К примеру. Вот эту фразу. Сейчас. Эту фразу люди перевести не в состоянии. Потому что они пытаются перевести это по словам, то есть неправильно учились. Вам нужно получить, еще раз, мозгу нужно получить не некорректное представление об английском, а именно пройти через достаточное количество грамматически, лексически, каких угодно, стилистически, правильных длинных предложений, прочитать не корявые, косые, непонятно какие сингапурские, китайские выражения. I don't understand what you mean by that. Чепуху какую-то. А как нормальный человек. Значит, в результате, естественно, улучшается память. Одну секундочку. Так вот эту фразу, да? Я женщина, не заслуживающая доверия. Переводится. Наши переводят. Я есть не какая-то женщина. Вы можете верить. Вы можете доверять. Перевели, сидят, тупят. Все, что преподается, все упражнения абсолютно некорректные, ничего не дают. Так, все понятно, да? Теперь песенку поразбираем чуть-чуть. Сейчас, секундочку. Где она у нас? Угу, песенка. Здесь где-то. Вот это что ли? Сейчас, секунду. Да. Еще одна голова поникла, а ребенок медленно умирает. То есть эта песня. Так вот, тут человек обсуждал, что если поставить I am not a woman, поставить запятую, да? Если поставить. Я не та женщина, которой вы можете верить. Это перевод, но это ненормальный русский. То есть, если вы придете куда-то в офис, сядете напротив, вот в коммуналку, и скажете, я не та женщина, которой вы можете верить, вас, они вызовут психушку. Они, потому что это не русский язык, Владимир, вы меня извините. Владимир, если понятно, что я говорю, пожалуйста, поставьте плюсики. Благодарю вас. Плюсик. Спасибо.
Еще раз, речь идет не о том, что вы не о попытке передать смысл, а о том, что вы не имеете права похабить свой русский, переводя дословно и на ненормальный русский. Вы не можете этого делать. Вы портите себе русский. При обучении английского портится родной язык, потому что перевод идет на абсолютно, абсолютно неправильно, структурно. Человек видит английское предложение и начинает переводить, как на Brighton Beach. Начинает переводить неправильными словами. Неправильно переводить. То есть этот порядок слов ненормальный. Поэтому мозг сопротивляется, он не хочет этого. Мозгу нужен нормальный литературный перевод. Мозгу нужно объяснить, что у каждого слова есть перевод. Есть не перевод, а базовое значение. Или есть, основное, что ли, значение. Или базовое. А есть слова без значения. Вот, например, I'm not a woman, you can trust, да? Правильно же? You can trust, да? You can trust. Человек заявил тут недавно, что если сказать I'm not a woman, запятая, you can trust, то это будет, типа, станет правильным предложением. Вот вам, это абсолютный бред. Вот вам образец, это результат обучения всю жизнь английскому по неправильной методике. То есть человека нет чувства языка, он не понимает, куда он говорит, что он говорит. Это у нас просто тут обсуждение шло, и человек вот такую вот странную вещь сказал, что нужно запятую поставить, и все будет хорошо. Типа казнить нельзя, помиловать. Что то бред собачий, что то бред собачий. А перевод вообще не тот, понимаете? Я являюсь не женщиной. Перевод. Я являюсь не женщиной. Ну, переведите. Вы же, видите, вы перевели, Владимир, криво, ну, не знаю, не то, что криво-косо, а вы перевели как бы, ну, почти по смыслу, да, почти можно понять, да. Но, опять же, это не базируется ни на чем, потому что человек, которого учили английскому, у него неправильная база, он не проговаривал много-много всего красиво, да. Ну, проговорить можно, ну, сколько? Ну, за 40 часов проговорите, и у вас будет шикарная база. Какие 4000 часов издевательства над собой? Откройте рот, 20, 30, 40 часов за месяц, за 2 месяца, проговорите, создайте себе базу. И потом свободно учитесь, я не знаю, гуляйте, учитесь и посмеивайтесь над преподавателем. Потому что преподаватель будет проговаривать слова и фразы хуже вашего. Ну, я не та женщина. I am not a woman. Переводит, я не женщина. Я являюсь, я есть, нет, я есть, нет. Женщина, вы можете верить. Правильно. Да, 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 Паш, конечно. Я не та женщина, которой можно доверять. Все правильно. Типа, я не заслуживаю как бы доверия, понимаете, да? Я женщина, не заслуживающая доверия. Ну, примерно вот такой литературный перевод. Понятно? То есть нам нужен перевод не пословный, идиотский, потому что, еще раз, в английском языке существуют слова без значения. Run, set, get, run. Слова без значения. То есть если вы выучили, что слово take – это брать, то у вас в голове второе значение уже никак бы не клеится. Потому что, а их сотни, это старинные иероглифы слова, они имеют сотни значений. Этого тоже никто не учитывает. Take означает брать бесплатно, а give – дарить, а потом уже означает давать. А вас нагрузили одним значением и сказали, выучите это значение, это будет считаться, что вы выучили слово. Кому понятно, пожалуйста, поставьте плюсики. Спасибо. Так для этого же и существует, еще раз, проговаривание, Павел, дорогие друзья, одну секундочку, давайте я еще раз по-человечески вам попробую объяснить. Для того, чтобы разбить вот эту глупость, куда это идет, вот это сейчас, вот это оно, нет? А нет, не оно, сейчас где-то вот всеобъемлющий идет кусочек у меня. Вот, это он, да? Okay. Смотрите, abbreviation. Чтобы нормально перебить то, что вы говорите, Павел, переводить с русского на английский, нужно пройти через правильное проговаривание русского и английского, правильных фраз на русском и на английском. А по учебнику получается, что вы всегда переводите на паршивый английский
или с хорошего английского на паршивый русский. В результате у вас проблемы. Я понятно говорю? То есть, чтобы перебить проблемы, ну, вы уже поняли мой уровень, да? Ну, на секундочку. Так он у меня был уже, не знаю, в 90-м году. Понимаете, о чем я говорю? Вы думаете, я за это время разучился обучать, что ли? Конечно, нет. Я тогда объяснял всем, как выучить, как быстро усовершенствоваться в русском. Потому что я не владел устными формами других языков. И даже в русском у меня в устной речи встречались различные ошибочки. Я говорил «пятачок», как и многие из вас, наверное, «лягушонок» и так далее. То есть я проговаривал гласные. Гласные чрезмерно четко. Это мешало мне, естественно, выучить английский. Как только я понял, что гласные не произносятся четко, описаловка не произносится. Окей. Я сейчас вам слово просто приведу, а то вы, наверное, не совсем понимаете, что я говорю. Ну, тут еще более-менее, подождите, тут еще... А куда делать, секунду? А где куда делать? И, секундочку. Это кто это писал? А, вот безобразие это. Вот оно безобразие. Посмотрите внимательно. Вот посмотрите, как вы это слово можете без методики шествия выучить. Смотрите. Мила, вопрос в том, что какой бы иностранный язык вы не изучали и какой бы навык вы не осваивали, вы должны при этом, то есть русский, считайте, что русский как, идет как иностранный. Создайте базу русскую. То есть читайте на русском, красивое предложение, правильное, читайте на английском, пока вы не поймете, как они реально сочетаются, коррелируются, умное слово. Хлоп, и все перестали все понимать. Преподаватели этим очень широко пользуются. Говорят, не знают, произносят неизвестные слова вам. И такие, видите, какие вы дураки, не понимаете. И вы такие сидите, урок закончился, ничего не помните. Потому что одно непонятное слово, и вы перестаете соображать. Окей. Okay. Перестаете, урок на смарку. Чтобы урок не шел на смарку, нужно все эти слова нормально проговаривать. Чтобы урок не шел на смарку, нужно все эти слова нормально проговаривать. Я понятно говорю? Окей. Так вот, слово маневры, видите, да? Вот как вы будете без методики шестого учить маневры? Расскажите мне. Читать, что ли, маноеуверс, маноеве, маноеве, маноеве. Что вы будете делать? Слова учатся правильно, только как иероглифы, то есть посегментно. Называем каждый сегмент, записываем. M-A-N-O-E-U-V-E-R-S. Maneuvers. Maneuvers. Да, русско-английские книги у меня. Это «Дама с собачкой». Это самый продвинутый из всех курсов, где... рассусоливается в кавычках, как произносится каждое слово, как произносится каждая микрофраза, как произносится каждое предложение, как произносится каждый абзац и как произносится вся страница. Во! Маневрс. Поняли, да? То есть слова разучиваются такие, прибавлением по буковке M, сейчас M, M space, M A space, M A N space, M-A-N-O space. И программа это говорит вам вслух. И вы повторяете. M-A-N-O-E space. То есть вы такая смотрите и думаете, да ладно, я сейчас это маневры выучу, только шум будет стоять. Как? Покажите как. Что вы будете говорить? Маноеуверсы? Хорошо. А вот это как будете проговаривать? Это как будете проговаривать? Ой, там лишняя буковка, извините. Сейчас я уберу. Правильно написал? Опять это S проскочило. Господи, простите меня. Зараза, а? Сейчас отдельно напишу.
фамилия. Угу. Секундочку. Это фамилия Ницше. Ах, неудобная клавиатурка даже для шестого. Ну ладно. Опять неправильно, ты подумай. I'm sorry, guys. I'm so, so sorry. Let me write it for you. Окей, okay. Давайте вот так, с маленькой буквы, бог с ним. T-Z-S-C-H-E. Вот смотрите, вот вы русскоязычный, молдавоязычный, кто угодно человек. Как вы будете учить вот это слово? Как? Проговаривая по латыни, как в Румынии, да? И как? Проговаривая N-E-T-Z-S-A-C-H-E, что ли? Нет. Будете учить так. N space, N-I space, N-I-E space, N-I-E-T space, N-I-E-T-Z space, N-I-E-T-Z-S-H, S-C space, N-I-E-T-Z S-C-H space, N-I-E-T-Z-S-C-H-H space, да? А, два раза написал. N-I-E не появляется просто. T-Z-S-C-H-E space. Вот теперь я не ошибусь. То есть у меня пальцы прошли через круг, да, такой, прибавляшка называется, шестого упражнения, уникальное. Вот, прибавляшку сделали. И научились писать слово, а читается оно нычи. Ницше. По-английски будет нычи. Нычи. Вот берем слово. Такой город есть. Например, есть в Вирджинии, есть в Англии. Есть город такой. Читается стеатым. Стеатым. Вот вы сидите и учите. Статхам, статхам, научилась писать, статхам научился. Что толку со статхама? Если читается сытыхэатымы, стэтым. Что толку от статхама? Или вот это вот. Сидит наш человек, учит. Я, кстати, правильно писал, сейчас проверю. Правильно, да. Вот, это пресс-корпус вон так идет. Да, вы же извините, но надо еще и проверять, доверяй сам себе, но проверяй, да. Чего и вам желаю. Вот. Нам нужно освоить навыки литературного редактирования. Произнесли неправильно, затрясло. Написали неправильно, затрясло. Увидели, кто-то написал неправильно, что-то произнес, сказал, как ты так можешь делать? Ты что, издеваешься? Okay. Лейзен. А это никто ничего не делает, все плевали. Неправильно произнес, тебе 5, неправильно записал, тебе 4. Все, приехал. Иди дальше, приноси деньги. Короче говоря, репетиторский развод. Тотальный по всему миру. От Северной Кореи до Уругвая. От Виннипега до Йоханнесбурга. Понимаете? Ага. И главное во всех языках, самое интересное. То есть это обучения нет. То же Северной Кореи, думаете, нормально читают? Нет. Хорошо читают только цитатники и про великих вождей. Да, ужасно, ужасно, Армен. Так. Так вот, смотрите дальше. Так, как, смотрите, слово читается liaison, видите, да, дорогие друзья? Сейчас еще раз с вами вступил сюда. Вот, видите, да? Читается liaison, liaison. Наши, чтобы выучить, читают liaison, liaison. Лиаисон. А как? А никак. Вот это чтение убивает нормальное проговаривание слова. То есть вы не можете его запомнить. У вас все время идут лишние слова, лишние буквы. Ну вот слово гурман. Как вы запоминаете? Гоурмет, да? Гоурмет. А вот слово опера, да? Ну, опера, балет. Как вы запоминаете? Опера. А данная опера 1000 лет не читается. Она считается апра. Опра, опра. С вашей оперой идете в центральную прачечную. Любой носитель языка просто смотрит на вас и думает, боже мой, если это мужчина, эль попресито лёко, бедный дурачок, а если женщина, то ля попресито лёко. Попресито лёко. Окей, дурачка. Окей, и все. То есть не надо давать им повод
считать нас варварами и придурками. Возьмите, создайте базу, прогоните всеобъемлющий курс, когда речь идет о возможности приобрести его по бюджетной цене. Редкая возможность. Приобретите курс, пройдите его здесь с ребенком. Пусть этого ребенок будет неправильно произносить слова, там у собачки и прочее. Корректируйте речь ребенка, корректируйте. По-русски, по-английски корректируйте. Говори, неправильный порядок слов, неправильное слово произнес, нельзя так произносить. Нельзя. Нельзя говорить статуя. Статуя. А надо говорить статуи, статуи, статуи. Не надо говорить ноября. Нужно говорить ноября. Еще быстрее ноября. 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 По-русски нужно говорить ноября. Вот. То есть, вот этому учит мой курс «Маленький принц». Показывает, как реально читать на русском языке. Впервые, опять же, в истории. Давайте по-другому. Никакие курсы мира, кроме тех, что идут в чтении, те, что вы видите, никакие курсы ни в одной стране мира не рассчитаны на формирование с нуля или совершенствование, быстрое совершенствование уже имеющейся любой базы любого качества. Любую базу, хоть совсем гадкую, хоть очень хорошую, можно усовершенствовать, только, опять же, пройдя через всеобъемлющий курс, сформировав новую базу. Память полетела, восстановите базу. Еще раз. База, если память ухудшается, значит, нужно взять чужие слова, собранные во фразы, произносимые в разной манере, не свойственной вам, чтобы было интересно, и произнести эти слова многократно в разной манере. Высоко и низко, далеко и близко. Произнести их в разной манере. Понимаете? Окей. Спасибо, Паша, спасибо. Так, поехали дальше. Теперь я обещал вам песенку разобрать под конец. Секунду. Это очень неплохая песня, Cranberries. Помните такое, да? Куда делась? Вот это нет. Так, с литературой на лето все понятно, да? Так, кому понятно все, что я говорю, просто поставьте плюсики. Английский язык – это сплошь и рядом слова, которые, если вы прочитали по латыни, то вы испохабили себе его восприятие, и вы с трудом читаете вслух. Вы не можете читать слова по латыни и учить английский. Вы не можете. Ну вот слово «конверт». Ну. Читается «envelope». «Envelope». Вы такие. «Envelope». «Пенелопа». Да нет таких слов. Один абзац? Да ну что вы, Наталья. Чем больше, тем лучше. О чем вы говорите? Наталья, создание базы – это не проходит через один абзац. Создание базы – это вы читаете подряд 10-15 страниц. Какой абзац? Хоть весь курс подряд. Сначала прочитайте там 2 странички, через пару дней прочитайте 4 странички постепенненько, да? Просто сколько вы это читаете, тем лучше становится ваша база и память и на русском, и на английском. И когда вы попадете к... У меня есть люди, которые специально читают, периодически читают мои, проходят снова через базу, формируя себе новую, улучшенную базу. Материалы сделаны таким образом, автоматически, что они базу улучшают при прохождении, при каждом прохождении. В чем разница? База обычно вообще не улучшается. Сколько вы ее не проходи, сколько не проходи один и тот же материал, вы от этого умнее не становитесь. Поэтому вы одно и то же никогда вторично не читаете. Потому что вы понимаете, что от этого это ничего не даст. А тут при любом прохождении, через это многообразие всего, разные голоса и прочее, у вас все получается. Видели, что? Ну, слава богу. Спасибо, Армен, спасибо. Огромное спасибо. Так, дорогие друзья, теперь песенку разберем. Очень, очень, очень хорошо. Так, где она, где она, где она, где она, где она? Вот это, вот она. Давайте. Another,
А можно ее поставить текст-чат? Ладно, неважно. Неважно. Артикуляцию поставите по-любому из курсов. Неважно. Давайте я просто покажу, как считается. Э-на-да. Э-на... Если высовывается заранее. Не знали, да? Э-на-да. Еще одна голова. Еще одна голова постепенно повисает. Ребенок, ребенка убили. Это про ирландскую освободительную армию. Э-на-да. Хе-ды. Хе-ины-гы-зы. Хе-ингз. Хе-ины-гы-зы. Наши читают, Бог знает что. Сами знаете. Ло-у-лы. Ло-у-лы. Наши читают. Эназер хет ханг хэнкс лоу-ли. Так не считается. Энада хед хэнгс лоу-ли. Ребенок медленно забирается к Господом. Ча-и-ли-ды из слоу-ли. А вместе з перед с считается тоже с. Одна длинная с. Из слоу-ли тэй-и-к-ны. Можно пафосно произнести тэй-кён. Taken можно произнести, но пафосно только. Обычно taken. Taken это забран. Кем? Понятно, забран. Забирает всех Господь, как мастер Маргарите. Да, ну или дьявол. Господь по просьбе дьявола. Да. Берлиозом. Позволил с Берлиозом разобраться в Воланду. Окей. Энда, 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 энда. Энда. Вайялинс. Вайя. Когда я начинал, разрабатывал методику Шестова, я ни одного русского слова не мог правильно произнести. У меня ставропольский, кавказский акцент. Я в мусульманской школе учился. Господи, ладно, спасибо. 28 национальностей. Я там слушал только неправильную речь. Телевидение почти не смотрел. Мультики тоже. Вот. 2 года учился в мусульманской школе на Кавказе. Абазины, черкесы, кого только не было. Ну, армяне, естественно, грузины, кого только не было. Все подряд, все неправильно разговаривающие. Okay. Child, то есть у меня стандарта в голове не было. Я думал, что можно говорить так, как читаешь. Вот как вы думали по-английски, да? Написано гормей, а вы говорите гормет, гормет. Сейчас как скажу. Лиаэзион, лиаэзоасон, лиаэсон. Это сейчас как там? Ницше, энниитизисыхше. Какую-то чепуху. Okay. Дальше. Child, значит, another head hand slowly, slowly, child is slowly taken. And the violence. И and-да сливается. And-да. Просто чтобы у вас идея была, да? So you will get a clear idea about how it's all really pronounced, how it really sounds, guys. Okay. And the violence, и жестокость, порожденная молчаливым одобрением или молчаливой просто молчанием, то, что люди не возмущаются. And the violence. Если вы мне перепечатаете, администратор, можно мне поставить их все-таки в чат, чтобы я крупным планом прочитал? Another head hangs slowly, child is slowly taken. And thank you so much. And так, крупным планом пошли, ребят. И девчата. Девчата сейчас редко говорят. And спасибо, Галина. And violinists caused by silinists. And the violence caused K-H-O-Z-D, а дальше сэшка, значит caused such silence. И violence, которую спровоцировала такого типа молчания. Who are we mistaken? Что это за фраза странная? Простите, не могу понять, что за Huawei mistaken. А? Кого мы принимаем, то есть о ком мы думаем, полагаем ошибочно,
мнение о ком, о ком мнение у нас ошибочное мнение. О ком у нас ошибочное мнение. Who are we mistaken? Who are we mistaken? То есть общий смысл такой. А так вообще, если бы литературно перевести, было бы... кого мы, о ком мы неправильного мнения. Да? Искаженное. О ком у нас искаженное представление переводится. То есть, они продолжают думать, бойцы IRA, да? Ирландская освободительная армия, они продолжают думать, что война продолжается, понимаете, 1916 года. Была война между Англией и Ирландией. Понимаете? Да. А, война. Война закончилась в 1916 году. Они до сих пор, как партизаны белорусские, которые там 40 лет сидели в лесах, в Полесье, до сих пор, как партизаны, думают, что все это продолжается, и нужно продолжать убивать англичан. В результате гибнут дети. Вот смысл песни, понимаете? But you see... И припев такой. But you see, как я вам говорил. But you see... It's not me. Это не обо мне. Это не моя семья в вашей голове. But you see, it's not me. Не not me, а not me. It's not my. Это не моя семья. It's not my. Или ма просто. Family. Она неправильно ударение ставит. Не family, а family. В твоей голове зомби. Зомби ирландский. In your head. Они все продолжают сражаться. They are fighting. С их танками, которые там забрасывали этих ирландцев, бедных, глушили. We there. Не we в their tanks, а we there. Те ины кысы. Вы, это я не разбор делаю, я просто поясняю, как реально все произносится. Разбор – это одно слово 15 минут обсасываем. 15 минут обсасываем слово. Вот это разбор 20. Я иногда один раз абзац разбирал из «Мастера Маргариты». 16 часов абзац. Okay. Вот это работа преподавательская, а не это поверхностное ознакомление с предметом, ничего не дающее. Где дети стройными шеренгами, разговаривающие на хорошем языке и пишущие? Где? Вот я племяннице поставил английский, она лучшая ученица, победительница Олимпиад. За сколько поставил? 6 часов. Прочитала сказку со мной, то прочитала, ну, объяснил. Все, она лучшая ученица. Сначала гнобили ее за правильное проговаривание в школе. Вот, теперь она победительница всех Олимпиад и так далее. Поступила на бюджетное отделение Петербургский университет. Да. But you see, it's not me. It's not my family in your head. They are fighting. Они сражаются, только в твоей голове они сражаются. С их танками, их бомбами, их пушками. With their tanks and their bombs and their guns. В твоей голове. In your head. They are, у нее еще ирландский акцент. They are crying. То показать, что это не crying, а crying. Отрезается гэшка, джишка и ставится апостроф. У нас люди, половина русскоязычных, неправильно слово апостроф проговаривает, апостроф говорит. Вместо комфорка говорят конфорка, да, комфорка. Конфорка, говорят, комфорка. Okay. Ну и так далее. Куча ошибок, куча. Хотя везде правильно написано, не то читают, ерунду какую-то, как картинку. In your head they are crying. То есть плачут люди якобы, на которых бомбят. То есть ирландская освободительная армия бомбила, ну не знаю, просто бомбу взрывала по всей Англии, понимаете? То судью укокошат, то просто людей взорвут у почтамта, понимаете? Эта песня, типа, ребята, успокойтесь, войны больше нет. Okay? Типа, уходите отсюда, британцы, уходите. Почему такая ненависть? А Британия, оккупировав Ирландию, превратила всех ирландцев в рабов, белых рабов, как из Африки, понимаете?
Конечно, что им их любить. Дальше. What's in your head? Это in your head. Zombie. What's in your... Что в твоей голове? In your head. In your head. Zombie. Ну, приблизительно, да. Okay. По каким книгам вы сформировали правильно русское произношение? Я сформировал правильно русское произношение по книгам «Маленький принц», «Маленький принц», «Мастер Маргарита». То есть я проработал нормальное произношение по доступным в магазинах учебникам. То есть учебники есть, а хорошего русского нет. А учебники какие-то есть. Вот я взял учебники в магазине «Москва» на Тверской, взял несколько учебников и прочитал вслух все примеры. Люди берут, читают про себя, не бум-бум, базы нет. Я взял, скрипя зубами, прочитал 117 страниц подряд и создал себе новую базу. То есть все правила чтения русские, все у меня в голове находятся в одном месте. То есть вы базу, у вас, понимаете, данные находятся в разрозненном виде. Чтобы их собрать, нужно сформировать базу. Или заново создать с нуля. Или с нуля, или заново создать базу. База создается прочтением книги все лучше и лучше, приближаясь к актерскому уровню. Все лучше и лучше. Ну, то есть, если читать, то читать как Чулпан Хаматова, можно любить, не любить, или как Хазанов, Смоктуновский. Как читать, как какой-то, не знаю, Ленин и Печник, да, читать на уровне «Помоги, подружка». Это бесполезно, бесполезно. Окей, якоть и тому подобное, нечего якоть. Правильно русское произношение. Я просто-напросто начал многократно прослушиваю одни и те же песни. Спасибо. Так, с песней тоже все понятно, да? Потом просто прослушайте. Давайте я прочитаю просто второй куплет, на всякий случай. Еще одно материнское сердце не разрывается. Сердцем что происходит? Mother's broken heart. Не ломается. Как что с сердцем происходит, Господи? Извините, ступор вошел. Разрывается, нет. Сердцем происходит. Не пропускает удар, не получает нож, нет. В общем, короче говоря, еще одно материнское сердце разбито, короче. Разбито будет красивее всего. Верно, верно, спасибо, Оксана. Я уже сейчас только что прочитал. Еще одно материнское сердце разбито, разбивается, и оно, как бы, еще одно материнское сердце, и оно начинает вот это все эмоции, heart, да, breaking. Another mother's breaking heart is taking over. То есть эта мать говорит, вот не могу смотреть спокойно своего ребенка. Так? Нет, все нормально. Я русское произношение, мне задали вопрос, я русское произношение ставил по песням еще, а не только по книгам. Я пропускаю через себя. Ну, то есть я до мельчайших подробностей копирую речь, показываю. Оглянись, незнакомый мы прохожий, жи, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Не все 500 раз, не все на земле, ничто на земле не проходит бесследно. И юность ушедшая тоже бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили.
как верили в себя. Да, или в себя. Профессионал. Еще раз. Я пропускаю все через себя. Что это значит? А давайте песню доделаем. Heart is taken over. Когда? Ну, то есть, короче говоря, материнское сердце не выдерживает, да? Это как бы они всегда недосказанно чуть-чуть поют. То есть я вам говорю примерно, о чем речь идет, да? И мысль ирландская. Полеты ирландской мысли. Что мать, у которой разбито сердце, говорит там, надо бы отомстить, понимаете? До сих пор, в 1916 году была война сумасшедшая. Надо бы отомстить. То, что так когда-то ребенок убит, понимаете? Начинается опять месть. Любая месть. И то, что народ реально не говорит, как бы не может подружиться ирландцы с британцами, реально, Северная Ирландия, да? Вот, оккупированная Британией. Вот это, об этом просто... То есть это стихотворение, как Цветаевское. Это просто вот... Ну, это не Пушкин, где мой дядя самых честных правил, да, там прямо все прямо идет понятным образом. Это как про кота. Кот у нас как идет? Баюн, кот. Кот садист и мерзавец, который поет песню. Пока он поет песню, ты засыпаешь, а потом он тебя пожирает. Кот Баюн. А если... ты его поймал и бьешь его, например, говоришь, сейчас я тебя как изобью, котяра, тогда он начинает рассказывать тебе сказки, и ты излечиваешься. Это вот кот-ученый, который ходит по цепи кругом. У лукоморья дуб зеленый, взлетает цепь на дубе том. И днем и ночи кот-ученый все ходит, вот этот баюн, мерзкий кот, все ходит по цепи кругом. Иногда кажется, что Бугаков с кота Баюна нашего мерзкого, типа Бабы Яги, Кощея, он слепил похожее кота-бегемота, как чудовище, шутка. Иногда кажется. Хотя бегемот это библейское чудище, прямо из Библии. Professional. Так, дальше. То же самое in English. Сейчас покажу кусочек. Попробую показать. Попробую так. Мне нужна сейчас. Я кусочек небольшой вам исполню. Я могу на разных языках петь, вы прекрасно знаете, да? Окей. Или не знаете еще. Ну ладно. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you go on. Она поет чрезмерный счет, потому что француженка. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart goes does go on. Once more you open the door and you hear in my heart, and my heart will go on and on. Ну, я как бы с листа пою. Я думаю, вам понравилось. Кому понравилось, по 10-бальной шкале поставьте оценку, пожалуйста. Можете, если кто-нибудь двойку поставит, я люблю критику. Я не преподаватель. Преподавателю что-нибудь скажешь? Преподавателю что-нибудь скажешь, он тебя выплет, он тебя выгонит. Преподаватель – это гадость. О, Господи, Боже мой. Сталкивались с преподавателями. Где преподаватели, которые умеют обучать? Покажите мне. Я всему, чему научился сам. Какие преподаватели? Где? Чему? Музицировать сам научился. Петь, голос потерял, как муж Эдит Пиаф. 200 раз начал петь одно и то же.
Non credo rien, non je ne credo rien. И так далее, да? Начал петь одно и то же. И вот постепенно поставил голос. А вы мне говорите, что способности нет. Я полностью, полностью в 17 лет, поэтому не певец. У меня был идеальный голос, как у Каруза. Я вытягивал любые звуки. Любые, я не знаю, си вытягивал. Сейчас покажу вам. Орле, может, сейчас могу. Орленок, орленок, взлети выше солнца, и степи с высот погляди. Похоже. Окей. Навеки умолкли веселые хлопцы, в живых я остался один. Вот так. Итак, на разных языках. Спасибо. То есть, если я пою, то плачут местные жители, плачут, говорят, какие у нас люди есть, как поют наши нации, какие люди есть. Okay. Знаете, это как визитная карточка. Они не понимают, не верят, что я иностранец. Как я этого добился? Чтобы вот это вам сейчас объяснить, я сотни раз гонял каждый звук, каждый подзвук. Кто это будет делать? Война войной, война просто. Да они лентяи все, лентяи, паразиты. Я пытаюсь найти нормальных преподавателей, которые будут работать. Они не хотят работать. У меня за всю историю 2 или 3 человека нормально работают преподавателями, понимаете? Остальные не желают работать. Они не желают совершенствоваться. Они просто вот раз, и я наконец-то начну отдыхать. Я уже преподаватель. Препод не работает, он отдыхает. Спасибо. Так, закончу песню. When the violence causes silence, we must be mistaken. Мы, наверное, ошибаемся все-таки. Когда violence causes silence. Знаете, что такое causes silence? Это, скорее всего, она имеет в виду, имела в виду, что жестокость приводит к тому, что жертвы замолкают, то есть к убийству. When the violence causes silence. На то она и песня, чтобы вы не могли понять, о чем она, и слушали ее 500 раз, пытаясь сообразить, а что это такое. И все равно не сообразите. We must be. Это же вам не какая-то на недельку до второго я уеду в Комарова. Да? Там тоже какие-то сумасшедшие есть эти. Если сам себя найду в пучине, если часом затону. Да это же какой-то кретинизм. Окей, дальше. We must be mistaken. Мы ошибаемся. Мы, наверное, мы, скорее всего, ошибаемся, пивоц. We must be mistaken in the same. И в той же старой, задрипанной, то есть уже замызганной, не знаю, затрапезной одной и той же теме. It's the same old theme since 1916 года в вашей голове. In your head. Хеат, она поет, they still fighting. До сих пор идет война, они до сих пор сражаются. With their tanks and their bombs and their bombs and their guns and their guns in your head, they are dying. Окей. В вашей голове они до сих пор умирают. То есть имеется в виду, я понял смысл песни, имеется в виду, что они говорят, в 1916 году прошли крутые, реальные боевые действия, а вы продолжаете мстить до сих пор, убивая мирных жителей, не только солдат. Да? Солдаты, правильно, солдаты это как бы те, кто их угнетает, правильно, сапог британского солдата. Но когда погибают в результате дети британские, то есть она как бы еще и за Британию, понимаете, почему песня такая интересная. Она как бы, она о примирении ирландцев и британцев. Понимаете, как интересно. То есть она не националистка ирландская, в принципе. Или она изобразила, что она не националистка была. Вот. Только, говорит, в вашей голове, говорит, погибают те, кто погибал в 1916 году. Говорит, вы с 1916 года не можете забыть о войне. Забудьте, никаких танков нет, ничего нет. Прекратите воевать. Делайте все какими-то, не знаю, референдумом, мирными способами. То есть она этой песней попыталась, это ее ключевая песня всего его творчества, она попыталась выступить в качестве посла мира своего рода между британцами и... Очень понятно. Для того, чтобы все это понимать, опять же,
без базы не поймете. После того, как по всеобъемлющему курсу пройдете сначала все слова с предложениями, потом пройдете их перевод слов. То есть есть основные виды перевода по 5 штук, 5 и чуть больше. Большинство английских слов имеют десятки значений, десятки старинных слов. Потом пройдете через фразы, через перевод фраз, чтение фразы русский-английский, англо-русский, русско-английский в разные стороны. Вот так, чтобы полностью показать мозгу, что русский и английский одинаково хорошо могут передавать какие-либо мысли. Что, в принципе, вот видите, что по-английски сказал, все все поняли. По-русски то же самое сказал, опять все все поняли. Дошло! Ага. Okay. Огромное спасибо вам за внимание. Если ко мне нет вопросов, мне пора закругляться. И вам тоже пора, наверное. Спасибо вам за внимание. Пожалуйста, поставьте по 10-бальной шкале оценку за мастер-класс. Я постарался до вас донести реальную ситуацию. Никто этого делать не будет. То есть, помните, репетитор – это профнепригодное существо обычно. Оно не учит, оно натаскивает на сдачу теста. Это никому никогда ничем не помогло. Если вы захотите, чтобы ваш ребенок профориентировался, просто пропустите через его рот введение в этот предмет. 80 страниц. Учебника психологии, введение в психологию, введение в юриспруденцию, введение в стоматологию, введение, не знаю, в петрофизику, введение во что хотите. Но если вы не создадите базу проговаривания, устойчивого проговаривания большого количества слов на эту тему, а английский – это новая тема, способа русского, расширения русского словарного запаса нет. Какой английский? О чем вы говорите? Попробуйте расширить русский словарный запас, не создавая базу. Попробуйте. Ничего не получится. Какой английский? Русские слова новые не усваиваются, потому что базы нет. Русская база такая же. Формирование, улучшение, восстановление памяти. Понимаете? Да, или формирование нормальной памяти, которую вам в школе не сформировали. Откройте рот и прочитайте «Мастера и Маргариту» с диктором. Одну книгу прочитайте, вы увидите, что у вас будет сформирована отличнейшая база. Не можете следовать голосу диктора, приобретайте курс «Маленький принц». Это аудиокурс, аудиокурс. Мой курс – аудиокурс русского языка по «Маленькому принцу». Хотите, чтобы ваше обучение я курировал? Приобретайте вот этот курс. Сейчас. Это заочный курс английского, заочный курс русского языка, совершенствование русского. Создайте базу. Вы думаете, что у вас проблемы только с изучением английского? Нет, у вас вы озабочены разными, у вас много проблем. Вы не можете огромное количество мусорной информации. Вам нужна красивая база. Пройдите со мной «Маленький принц», потом по-русски. Не нужно английский, просто себе память улучшите, чтобы без бумажки жить, без записи. Откройте рот, прочитайте со мной, разберите, как буквы переходят одна в другую, что происходит. Инвыря, инвыря, января, как слова по-разному произносятся, как они сочетаются. Сегодня ночи, не сегодня ночью, сегодня ночью я пойду, а сегодня ночи и пойду. Не я пойду, а и пойду. Сегодня ночью я пойду. Научитесь нормально читать на русском языке. То, чему вас в вузе и в школе не научили. Это единственный курс, создающий базу. Преподы не будут вам создавать базу. Как только они создадут вам базу, а вы от них уйдете. Я не собираюсь вас пытаться держать вокруг себя неограниченное количество времени. Если хотите совершенствовать, будете, конечно. Вот. Постоянно совершенствуйтесь, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Вот. Но я хочу, чтобы вы освоили базу, а потом, если кто-то у вас спрашивал, вот как у меня, есть потрясающий ученик. У него дочка читает на уровне диктора телевидения, 9-летняя. Это руководитель школы «Сила слова» из Киева, Артем Монастырный. Вы посмотрите, что он пишет про обучение своей дочери по методике «По маленькому принцу Шестого». Прочитайте.
Артем – это специалист, один из главных спецов Украины по риторике, по различным вариантам взаимодействия, то есть как ответить на оскорбление, как кому-то, до кого-то что-то донести. Ну, школа у человека большая, идеальная школа, он идеальный абсолютно фанат постановки, понимаете, постановки, фанат техники речи. И все равно он без меня не смог научить малышку нормально считать. «Маленький принц» – 3 секунды. 7 лет, 8 лет, 9 лет – 3 секунды. Научитесь читать. Если ребенок так не научится читать 9 классу, как в Америке происходит, 9 классу детский сад, он ничего не выучит за эти 12 лет в школе, понимаете? Окей. Огромное вам спасибо за внимание, дорогие друзья. Вот, до новых встреч. Я сегодня буду еще раз проводить мастер-класс для нью-йоркской аудитории, для тех, кто находится по эту сторону океана, потому что я несколько лет пренебрегал, принято выступать почему-то по московскому времени. Я теперь понял, почему российские преподаватели выступают по московскому времени, потому что им очень трудно обмануть тех, кто уже живет за рубежом. И поэтому их основной рынок – это Россия. То есть, знаете, как бы страна непуганных лингвистических идиотов. Я сделаю все возможное, чтобы вы и ваши дети нормально читали, нормально воспринимали информацию и восстанавливались после любых травм. То есть, если вы будете выполнять упражнения, у вас речь восстановится, даже если у вас будут какие-то отклонения. Понимаете? Микроинсульт и прочее. Ладно, вы меня извините, о печальном я не буду больше говорить. Вот. Но такая тематика. То есть я восстанавливаю речь после микроинсульта американцам. Вот. Всего хорошего. Многоплановая деятельность. Я очень сильно утомился за эти годы. Я доказываю очевидные вещи, понимаете. Все, всего доброго вам. До встречи. Огромное спасибо за внимание. До свидания. До встречи на курсах. Всегда рад вам.